Здравствуйте, уважаемые коллеги. Надеюсь, меня слышно. Да, слышно. Отлично. Приветствуем вас всех из города Томска. Надеюсь, многие знают, потому что все, кто сегодня подключились, наши близкие соседи, родные соседи. Сегодня мы проводим одно из главных мероприятий Всероссийской конференции под названием «Поликультурное – это культурное образование, достижение стратегических ориентиров». Эта конференция не первая, уже второй десяток конференций с таким названием в Томской области у нас проводится, с различным вектором направлений. И актуальность сегодняшней повестки дня, я думаю, не стоит повторять, потому что документы, которые сейчас у нас действуют на территории России, это стратегии государственной национальной политики Российской Федерации, стратегия национальной безопасности Российской Федерации и ряд других, в том числе и стратегия развития воспитания, они подчеркивают вот тот диалог, те темы, те вопросы, которые будут обсуждаться в рамках конференции. Конференция у нас уже началась несколько недель назад. У нас проходит сейчас в Томской области этнофестиваль. На базе центров этнокультурного образования, домов культуры, национальных автономий проходят различные мероприятия. Это и праздничные мероприятия, и конкурсы проводятся, и конференции. Эти мероприятия продлятся у нас до декабря. Конференцию мы попытались перенести на декабрь, и основные секции и пленарные заседания у нас состоятся 8-9 декабря. Мы вас туда приглашаем поучаствовать. И вот сегодня по просьбе наших коллег, участников, проводится секция номер 2 под названием «Языки и культура народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. Проблемы сохранения, развития и преподавания». Наша конференция, мы очень благодарны, получила поддержку многих коллег. У нас достаточно большой и широкий организационный комитет, в который вошли представители вузов и научных организаций, некоммерческих организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, из Сибирского соглашения, конечно, из Министерства просвещения Российской Федерации. И мы очень рады этому. И количество поступивших и поступающих заявок на выступление и на участие в конференции сейчас до сих пор продолжается. И вот по нашим данным, около 250 участников уже заявились из 24 регионов нашей Российской Федерации. Учредителем нашей конференции является Департамент общего образования Томской области, Комитет внутренней политики администрации Томской области и региональный центр развития образования, который я сегодня и представляю. Вот. И хотелось бы слово для приветствия участников конференции предоставить сопредседателю программы организационного комитета, кандидату педагогических наук, заместителю начальника департамента общего образования Томской области Елене Вениаминовне Вториной. Пожалуйста. Добрый день, участники Всероссийской конференции. По актуальнейшему вопросу, связанному с сохранением культуры народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. И именно эта тема для Томской области является приоритетной в системе общего образования. От имени Департамента общего образования Томской области, от имени всех входящих в состав оргкомитета, уважаемые коллеги, я приветствую вас, именно участников второй секции, по актуальнейшему вопросу. Это языки и культура народа Сибири, Севера и Дальнего Востока, проблемы сохранения, развития и преподавания. Для действительно системы общего образования в Томской области именно такая структура управленческая, которая не объединяет в себе под эгидой Министерства высшее образование. Сейчас, секунду, коллеги. Катя, я открою конференцию, перезвоню. Мы отвечаем за работу системы общего образования. Это все школы. И поэтому от имени Департамента общего образования, от имени всех
включенных в состав оргкомитета, я вас приветствую и благодарю за то, что вот такой интерес, проявленный к заявленной нашей конференции, конечно же, носит неформальный характер. Томская область, история Томской области, ее культурное наследие объединяет проживающих в разном количестве сегодня представителей селькупской культуры, хантов, ивенков, чулымцев, манси. И вот сегодня сама секция, она определяет для нас актуальнейший вопрос, связанный с проблемами сохранения, развития, но я бы для, наверное, системы общего образования сказала и обучения наших школьников родному языку, его историческому происхождению. Несколько слов о ситуации по Томской области. Конечно же, вопрос сохранения языков и культуры народов Сибири, Дальнего Востока и Севера, регион от региона, он меняется. И здесь очень важно объединение всех заинтересованных представителей по решению достаточно непростого вопроса, что внимание сегодня к этому направлению, этой актуальной проблематике есть и не является таким, знаете, проходящим вопросом. Это однозначно. А вот вопрос через что, через какое содержание, через какую методику преподавания, через организационную организацию этого процесса. Это, конечно же, все в поле внимания системы общего образования, которая занимается обучением и воспитанием школьников и детей дошкольного возраста. Коллеги, по Томской области ситуация складывается следующим образом. В основную образовательную программу, как обязательный язык перечисленных малочисленных народов, у нас не включено. Мы рассматриваем сегодня вопрос, связанный либо с организацией внеурочной деятельности, либо с организацией системы дополнительного образования по изучению языков и именно языков и культуры народов Севера, Дальнего Востока и Сибири. Юрий Александрович сказал о том, что действительно Томская область вопросами этнокультурного образования занимается на протяжении многих лет. И действительно у регионального центра развития образования сложилась очень хорошая такая команда, сетевое взаимодействие со всеми, как Юрий Александрович сказал, соседями, но сегодня география конференции достаточно расширилась, и понятие «соседи», конечно же, приобретает уже такой географический смысл. Я думаю, что соседство, оно объединяет нас вот общим названием того вопроса, который вы будете рассматривать. И нам, Департаменту общего образования, очень важно, и я вижу по представительству на секции, что будут участвовать и работать со школьным образованием, с представителями школьной системы, вузовские преподаватели, потому что передача культуры, обучение языку без поддержки и носителей языка, и научного сообщества, конечно, невозможно, чтобы правильно выстроить эту логику. Поэтому я искренне благодарю и Александра Александровича Петрова, и вижу его сейчас на экране, Санкт-Петербург, Герценовский институт, Институт народов Севера, с которыми сегодня Департамент общего образования, я думаю, что небольшими шагами, но верными идет на сотрудничество и перенимая опыт ваш многолетний и научный, и преподавательский, чтобы нам правильно выстроить, в том числе и образовательную деятельность в наших школах
куда мы настроим, ну, и мы такие задачи себе ставим, во всяком случае, изучение культуры, а без языка здесь не обойтись, в наших образовательных организациях Томской области, а на территории их 307, находится на всей нашей необъятной красивой сибирской земле, изучить историю наших народов, ну и наших соседей, которые проживают в Сибири и на Дальнем Востоке. Поэтому, уважаемые коллеги, все, кто сегодня на нашей площадке, мы заинтересованы в сегодняшнем результате. Мы заинтересованы в объединении наших ресурсов интеллектуальных, научных, педагогических, методических для того, чтобы и поставленные задачи государственные, и интересы региональные, они давали самое главное. Это воспитание в наших детях, проживающих не только в Томской области, а на территории Российской Федерации, уважение к историческому прошлому, уважение к каждому народу, проживающему на территории малой родины, большой нашей России. Конечно, знали основные элементы культурной составляющей, и здесь, в этом плане, многое зависит от нас, педагогов. Поэтому вам удачи сегодня на обсуждение этих архиважных вопросов. Мы в лице Регионального центра развития образования поддерживаем данный проект, готовы на сотрудничество во всех аспектах, которые помогут, в том числе и развитию этого вопроса в системе общего образования Томской области. Накануне праздника 4 ноября от имени всех учителей Томской области, от всех детей, родителей, семей, бабушек, дедушек, мы поздравляем вас с этим прекрасным праздником. Пусть в каждой семье будет мир, покой. Это все приумножается уважением и гордостью за нашу страну, уважением и гордостью за каждый малый народ и народность, проживающий на нашей необъятной родине, и чтобы наши дети, которым мы, взрослые, с любовью передаем историю нашей страны, историю каждого народа, конечно же, присваивалась, приумножалась и носила культурный характер и гордость за ту страну, в которой мы живем. Всем удачи, здоровья, благополучия и хорошего начала и работы сегодняшней секции. Спасибо большое. Спасибо. Такие приятные слова и праздничное настроение, потому что действительно сегодня это уже накануне, буквально скоро. Вот. А я слово передаю нашему сегодня главному человеку, кто сегодня ведет наше мероприятие, Валерии Михайловне Ленской, кандидату филологических наук, заместителю директора по науке и развитию Института иностранных языков и международного сотрудничества Томского государственного педагогического университета. У нас вузы активные участники мероприятий, и вот эту секцию, да, взял как раз наш педагогический университет, и поэтому, пожалуйста, образы поздравления и удачного сегодня работы. Хотелось бы сегодня по итогам нашей секции увидеть предложение, да, которое пойдет пройдут в резолюцию нашу, да, поэтому коллег просим свои предложения в конце сформулировать, может быть, допустим, позднее немножко выслать, но сразу будем не забывать это отмечать. Спасибо большое, удачи вам и нам всем вместе. Благодарю, Юрий Александрович, за ваше теплое приветствие, благодарю также Елену Вениаминовну за теплые слова, благодарю участников, что сегодня для кого-то, возможно, в очень ранний час, а кому-то уже, видимо, ближе к вечеру, подключились и принимайте участие в работе нашей секции. От лица Томского государственного педагогического университета, от лица Института иностранных языков и международного сотрудничества, от лица кафедры языков народов Сибири, ТГПУ, приветствую вас. И слово предоставляю первому нашему докладчику. Напоминаю, что наш регламент рекомендован в количестве 10 минут на выступление, но мы также
вместе вот с Еленой Александровной Крюковой, заведующей кафедрой языков народов Сибири, которая сейчас с нами, так посовещались и подумали, что это, конечно, очень мало рассказать о своей теме, поэтому мы предлагаем формат такой, как 10 минут на доклад и 5 минут на вопросы обсуждения. Ну и плюс, так как сейчас было приветствие, мы, получается, из регламента, ну, буквально, может быть, на 15 минут выбьемся, и круглый стол начнем не в 16:00 по томскому времени, а немного позже. Прошу следить за регламентом, буду как-то напоминать о том, что время доклада кончается. И первое слово, первый доклад у нас представляет Александр Александрович Петров, доктор филологических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Институт народов Севера, город Санкт-Петербург. Тема «Современное состояние тунгусо-манжурских языков в России. Изучение и преподавание». Слово вам. Благодарю. Спасибо, Валерия Михайловна. Меня слышно, да? Да. Ну, во-первых, благодарю за приглашение участвовать в работе конференции и очень важной для нас всех секции. Благодарю Юрия Александровича и в особенности Елену Вениаминовну за добрые слова в адрес нашего института, Института народов Севера. Действительно, в прошлом году наш институт отметил 90-летие со дня основания. В этом году, ну, в прошлом году мы празднование не отмечали, перенесли на этот год, и, к сожалению, в этом году тоже не очень удачно приехали наши выпускники разных лет, сейчас в Санкт-Петербург, но вы знаете, если смотрите телевидение, у нас карантин, все закрыто, институт тоже закрыли, международную конференцию отменили, встречу выпускников тоже, и, к сожалению, я вот должен буду сразу после своего выступления ехать к нашим коллегам из регионов Севера, Сибири, Дальнего Востока, потому что меняется наша программа. Вот. Но, тем не менее, я хочу сказать о современном состоянии в области тунгусо-манжурских языков в России. Дело в том, что я сам давно занимаюсь этой проблемой, более 40 лет. В 1988 году в Ленинградском отделении Института языкознания Академии наук еще Советского Союза я защитил кандидатскую диссертацию по лексике духовной культуры эвенов, народное искусство и обряды. Эвенов иногда путают с эвенками. Эвены – это ламуты, а эвенки – это тунгусы. А через 10 лет, в 1998 году, получается, это тоже в прошлом 20 веке, уже в Москве, в Институте языкознания Академии наук, у члена-корреспондента Российской академии наук в диссертационном совете Евгения Рахимовича Тенишева я защитил докторскую по уже тунгусо-манжурским языкам, которые охватывали северную подгруппу. Это эвенки, эвены, нигидальцы и салоны. Более того, я преподаю еще и долганский язык, поскольку являюсь носителем якутского, долганского языков. Поэтому могу с уверенностью сказать, что вот в нашем Институте народов Севера преподавание северных языков сосредоточено на трех специализированных кафедрах. Это палеоазиатских языков фольклора и литературы, уральских языков фольклора и литературы. Кстати, заведует у нас член-корреспондент Российской академии наук, доктор наук ВЕПС Сергей Алексеевич Мызников, кафедра алтайских языков фольклора и литературы. И как вот наша секция сегодня тоже должна обсуждать, это кафедра этнокультурологии. Заведует доктор философских наук Игорь Леонтьевич Набок. Вот. И поэтому, конечно, вопросы очень актуальные. И я написал монографию, вот она вышла в Москве, называется «Тунгусо-манжурские языки России. История и современность». Здесь это «Москва. Наука». Она вышла в 2019 году. Но, к сожалению, я тоже тираж получил немножко с опозданием. Там подробно описано
ситуация и с научным изучением, и с преподаванием, причем на разных уровнях образования. Это и дошкольное образование, начальное, среднее образование в колледжах и вузах нашей страны. Вот. Отмечены научные центры в Москве, Петербурге, Новосибирске, Якутске, Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке. Отмечены учебно-образовательные центры, занимающиеся тунгусо-манжурскими языками. Ну, прежде всего, это наш Институт народов Севера Герценовского университета. Это Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова в Якутске. Там есть кафедра северной филологии. И в Улан-Удэ есть в Бурятском университете имени Доржи Банзарова есть тоже кафедра, на которой преподается эвенкийский язык. Кстати, эвенки живут не только в России, но они живут еще и в Китайской Народной Республике. Поэтому мы учитываем социолингвистическую ситуацию и не только в России, но и в совокупности. Преподаем не только язык, но и фольклор, литературу, историю, культуру, потому что студентам, ну вот многие из нас работают в системе вузовской, знают, что студентам необходимы комплексные знания. Вот. Хочу сказать, что в России проведено 2 съезда народов, съездов народов Севера было много, начиная с 90-го года. Чунер Михайлович Таксами, наш профессор, проводил, Владимир Михайлович Санги, наш выпускник, тоже в этом участвовал, все депутаты тогда Союзного Совета, да, было 2 съезда учителей родных языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. И была создана ассоциация преподавателей родных языков и культур. Эту ассоциацию вот на последнем съезде всеобщим голосованием возглавила Феня Матвеевна Лиханова, эвенкийка по национальности. Она работает в Якутске, в НИИ национальных школ, который сейчас вошел филиалом вновь созданный институт в Москве, Институт развития образования при Министерстве просвещения Российской Федерации. И они прослеживают, мониторят ситуацию с преподаванием тунгусо-маньчжурских языков. Ну, они берут все языки, да, и полиазиатские, и уральские, вот, и изолированные языки, такие как кетский, нивский, юкагирский. Вот. Поэтому вот есть такие структуры. Что касается предложение Елены Вениаминовны по поводу сотрудничества. Конечно, да, у нас преподается селькупский язык, доцент Аркадий Иванович Гашилов, сам селькуп по национальности, хантыйский преподает у нас доцент Зоя Степановна Рябчикова, сама хантыйка по национальности, мансийский Валентина Серафимовна Иванова, манси, эвенкийский у нас преподают эвенкики Надежда Яковлевна Булатова, корифей эвенковедения в России и за рубежом, Эльвира Васильевна Иванова, наша выпускница, тоже эвенкийка. Вот. Поэтому, конечно, ну вот я видел в числе участников Юлию Георгиевну Кустову. Она как раз заместитель директора нашего института, Института народов Севера, работает вот как раз в руководстве нашего института, и она является доцентом кафедры этнокультурологии. И может непосредственно вот эти вопросы, связанные с организационными моментами, с моментами там какими-то договорными и так далее, решать уже, как говорится, в рабочем порядке. Вот. Что касается моих предложений, конечно, чтобы не злоупотреблять временем и регламентом, ну, во-первых, я могу, в электронном версии у меня эта книга имеется, я могу всем желающим ее выслать. Более того, у меня имеется в электронном варианте еще и вторая книга, она называется «История изучения тунгусо-маньчжурских языков в России. Очерки исследования
«Алмазграф», Санкт-Петербург, тоже 19-й год. Это уже второе издание. Да, я тоже могу всем интересующимся отправить. Дело в том, что здесь имеется в виде приложений информация по каждой народности, в том числе историко-этнографического характера. Конечно, здесь перепись еще официальная 2010 года, но будет скоро и новая. Тут и все тунгусо-маньчжурские народы. Здесь есть краткие биографии ученых тунгусо-маньчжуроведов, вот, перечень коренных малочисленных народов России, ну и так далее. Поэтому, конечно, жалко, что мало времени, но очень хорошо, что вот этот разговор состоится в преддверии вот предстоящего международного десятилетия языков коренных народов мира. Вот, я являюсь членом организационного комитета России, вхожу в состав комитета Института языкознания Российской академии наук от Герценовского университета. Вот, поэтому надеюсь, что разговор будет предметный и конструктивный. Если будут вопросы, я готов ответить. И свои предложения, как вот уже предложил, да, Хочу Александрович, в интернат, да, я могу отправить в письменном виде. И если будет публикация материалов конференции, то я тоже прошу об этом сообщить заранее, и я отправлю эти материалы в развернутом подробном виде. Спасибо за внимание. Идеально уложились в регламент. Благодарю за ваш доклад. На самом деле, конечно, очень сжато, но очень емко. Уважаемая аудитория, есть ли у вас вопросы к Александру Александровичу? Прошу задать. На один или два вполне есть время. Лучше ли... Так, вот у Артема Федоринчика вижу вопрос. Да, можно либо поднимать руку, как вот реакции поднять руку, либо в чат писать. Ну уж, если будет позволять, так сказать, ситуация, то можно озвучивать. Ну давайте тогда, Артем, у вас вопрос, да? Да, здравствуйте. Я очень хотел бы узнать, какие есть связи у ивенков, которые живут в Китае, и ивенков, которые живут в России. Спасибо, да, за вопрос. Вот как раз я упоминал Надежду Яковлевну Булатову. Она работает в Велеране, это Институт лингвистических исследований Российской академии наук, наша выпускница Герценовского института. Она у нас преподает по совместительству ивенкийский язык. И уже начиная с начала 90-х годов она неоднократно ездила и продолжает ездить в экспедиции к ивенкам Китая. И не только она. Это начинали делать... Вот, к сожалению, уже нет сейчас в живых Анна Николаевна Мыреева, тоже наша выпускница ивенкийка из Якутска. Это делала Галина Ивановна Варламова, тоже наша выпускница Кептуке, ивенкийская писательница. Ездила Тамара Егоровна Андреева, она жива-здорова, работает в Якутске, вот, институте проблем малочисленных, институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения РАН. И Благовещенске есть группа ученых и преподавателей, в частности, под руководством Ольги Николаевны Морозовой, доцента кафедры иностранных языков. И они проводят ежегодно практически очень хорошую, ставшую традицией конференцию школьников, даже школьников, орочонов Китая и ивенков России. Вот, совместные экспедиции, совместные публикации. И вот Ольга Николаевна Морозова вот сейчас в Новосибирске будет защищать докторскую диссертацию как раз в сравнительном плане по языкам ивенков Китая и ивенков России. Так что у нас это сотрудничество поставлено на хорошую основу, на долговременную. Я уже сказал, что с 90-х годов это продолжается и идет сегодня. Уже изданы даже звуковые ивенкийские словари. Вот, поэтому вот, если вас интересуют более подробно эти вопросы, мы можем вас состыковать, вот, в частности, с Надеждой Яковлевной Булатовой, которая может вам
вам дать исчерпывающую информацию. Я могу дать адрес и телефон Ольги Николаевны Морозовой из Благовещенска. Вот это два научных центра у нас в России, которые непосредственно работают с ивентами Китая. Большое спасибо, Александр Александрович. Буквально кратко, если можно, Елена Александровна Крюкова написала свой вопрос в чате. Сколько студентов обучается языкам народов Российской Федерации в вашем институте? Сколько языков имеется в виду в целом, да, или вот именно тунгусо-маньчжурских языков? Дело в том, что у нас ситуация очень разная. Могу сказать, что я сам был деканом факультета, директором Института народов Севера в течение 12 лет, до 10 года, да, то есть, ну, вот 11 лет я уже не работаю в руководстве института. С тех пор ситуация, конечно, сильно изменилась, потому что сейчас мы стали работать по совсем другой системе. Если раньше мы готовили специалистов, да, давали диплом учителя начальных классов, воспитателя дошкольных учреждений, там, учителя филологии и так далее, теперь же мы перешли на бакалавриат и магистратуру, и более того, мы сейчас принимаем студентов не по приемным вступительным экзаменам, как было прежде, а по результатам единого государственного экзамена, который для всех одинаковый на всей территории России. Естественно, многие наши северяне, коренные ребята из числа малочисленных народов Севера, из-за того, что имеют низкие баллы ЕГЭ, и по другим причинам, чисто экономического характера, потому что гособеспечение отменили, которое было в советское время. В советское время было бесплатное питание, проживание, проезд, ну и так далее, да, социальная защита. И теперь этого нет, поэтому к нам поступают и ребята из регионов Севера, но поступают и других национальностей. Это и русские, якуты, буряты, немцы, ну, в общем, естественно, ну и общее положение, это, конечно, к сожалению, мы можем констатировать, многие не владеют родным языком, за исключением тех, кто живет в местах традиционного природопользования, я имею в виду оленеводство, охота, рыболовство, собирательство, поэтому, конечно, ситуация очень изменилась, вот. Мы преподаем, да, в некоторых группах вообще родной язык как иностранный, то есть с нуля, вот. Ну, китайский изучают, английский с нуля, поэтому, конечно, это большая проблема. Вот. Но что касается родных языков, конечно, у нас есть студенты, которые знают хорошо и родной язык, и фольклор, и литературу. Это, в частности, и чукчи, и долганы, немцы хорошо знают свой родной язык. Да? Вот. Поэтому ситуация везде разная. Вот. Поэтому тут можно говорить. По Томской области, к сожалению, я не успел подготовиться. У нас, конечно, по Томской области, раньше у нас даже кеты учились, да, но сейчас, к сожалению, вот я такую статистику не могу сказать, потому что, еще раз говорю, я в деканате уже не работаю много лет. Может быть, Юлия Георгиевна что-нибудь вам более подробно расскажет. Но она тоже недавно работает в деканате. У нас вот уже третий ректор сменился, к сожалению, вот за последнее время. И директор института у нас новый, народов Севера. Поэтому вот ситуация с каждым годом и с каждым днем, ну, как бы, не то что усложняется, усугубляется, но, ну, становится, ну, для нас, вот для поколения, как говорится, старшего, ну, немного такой непредсказуемый. Если раньше была какая-то стабильность, определенность, то теперь, к сожалению, вот этого мы сказать не можем. Спасибо. Спасибо большое, да. К сожалению, мы просто, если сейчас всем желающим дадим возможность задать вопрос, мы просто выйдемся из регламента. Прошу прощения. У кого есть вопросы? Вот, Ольга, у вас есть вопросы? Пожалуйста, его напишите в чат. И Александр Александрович пока здесь, может быть, сможет ответить, либо мы сможем передать ваш вопрос. Да, позже. Да, будьте добры. Да, а я предоставляю слово, если я... Кстати говоря, неправильно где-то поставлю ударение, прошу прощения. Также вот в чат сейчас я скинула актуальную программу нашей секции, но обратите, пожалуйста, внимание, что, возможно, будут изменения в плане порядка. Вот мы с Еленой Александровной хотели бы наш доклад передвинуть в конец, и также Ирина Анатольевна Коробейникова, так как наши темы связаны, мы также будем с ней либо до нас, либо после нас ее заслушаем.
А сейчас слово мы предоставляем Виктории Владимировне Ощепковой, доктору филологических наук, профессору кафедры английской филологии Государственного образовательного учреждения высшего образования Московской области, Московского государственного областного университета, и Наталье Владимировне Соловьевой, доктору филологических наук, профессору кафедры английской филологии того же самого учреждения. И прошу прощения, буквально вклинюсь. Пожалуйста, не забывайте, коллеги, написать ваше имя, фамилию, при наличии отчества, вашу должность и вашу организацию, так как нам это в чат Zoom, потому что нам это очень важно для регистрации. Итак, еще раз прошу прощения, немного скомканно. Виктория Владимировна Щепкова и Наталья Владимировна Соловьева, профессоры кафедры английской филологии Московского государственного областного университета, с докладом на тему «Аномастикон фольклора малых народностей российского крайнего севера в лексикографической практике». Пожалуйста, слово вам. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я благодарю вас за возможность принять участие в конференции. К сожалению, Виктория Владимировна сегодня не сможет присутствовать, и поэтому она поручила мне представить доклад. Виктория Владимировна Ощепкова – руководитель нашей научно-исследовательской группы, и для Московского государственного областного университета это первый опыт разработки такого проекта и подготовки такого словаря, и я благодарю вас за возможность представить результаты. Пока наш проект на начальной стадии, но вот планируемые результаты, которые мы хотели бы получить. И вот благодарю вас за возможность представить наши результаты. Если позвольте, я включу демонстрацию экрана, чтобы показать презентацию. Скажите, пожалуйста, все ли, да, видно, все в порядке? Да. Уже, как справедливо заметили коллеги, очень большое внимание уделяется проблемам сохранения языков народов Крайнего Севера, и они преподаются, и ведется работа по сохранению фольклорного наследия. Я обратилась к таблице, вернее, я обратилась к данным переписи населения, это 2010 год. И вот согласно данным переписи, общая численность коренных народов Севера составляет порядка 250 тысяч человек, но только порядка 90 тысяч человек считают родным язык своей национальности. И менее четверти этого количества представителей малых народностей владеют языком своей национальности. И, как нам кажется, все это говорит о необходимости комплекса серьезных мер по сохранению языков коренных малочисленных народов Севера. На слайде увидите законодательные акты, которые приняты для сохранения языков, для сохранения фольклора коренных народностей. И, как уже было сказано, проводится большое количество научно-практических мероприятий, призванных популяризировать фольклор, сохранять его. Помимо замечательной конференции, в которой мы имеем удовольствие участвовать. Также проводится ежегодный семинар «Лингвистическая экология», проводятся интернет-конференции, посвященные языкам малочисленных народов Севера, международные фестивали культур народов Севера. И наш проект, как мы полагаем, вносит также определенный вклад в сохранение культур народов Севера. В качестве основы на начальном этапе мы выбрали этиологические сказки и легенды, поскольку именно в них отражается уникальная система взаимодействия коренных народов с окружающим миром. Здесь отражаются, здесь интегрируются и элементы мифа, и элементы легенд, и элементы сказок, то есть развлекательная и дидактическая составляющая. Подготовлены коллегами из университетов, подготовлены сборники преданий, легенд, мифов разных народов Севера. Они существуют и в оригинале, и в переводе на русский язык. У нас также запланированы полевые экспедиции для сбора материала, пополнения материала.
И мы полагаем, что характеристика этих сказок, которые мы будем использовать в качестве материала для подготовки нашего словаря, является погружение в реальный мир, поскольку сказки народов Севера демонстрируют уникальный симбиоз реального и вымышленного. Разнообразные явления объясняются при помощи обращение к покровителям, к тотемическим божествам, которые определяют уклад жизни народов. Присутствуют обязательные ссылки на священные для местной культуры предметы и обряды. И, как нам кажется, унимы, которые относятся к единицам насыщенным национальной культурной информацией, могут способствовать сохранению и могут способствовать передаче культурного наследия последующим поколениям. Создавая словарь, мы обратились к лексикографической практике, уже существующей. В частности, существует лингвостроновический словарь России, подготовленный Институтом русского языка имени Пушкина. Мы исходили из того, что используем уже существующую лексикографическую практику, но сконцентрируемся именно на ономастических единицах, которые функционируют в фольклоре. На слайде увидите структуру, которая предполагается у этого словаря, и мы предполагаем, что перечень заголовочных единиц будет представлен в двух видах. Это будет алфавитный указатель с указанием номеров страниц, на которых единицы размещены, тематические, которые будет содержать, помимо заголовочных номинативных единиц онимов, также слова, которые являются ключевыми для каждой словарной статьи. И тематические поля мы выделяем с учетом того, насколько те или иные онимы связаны с человеком и природными явлениями, поскольку в этой области мы прогнозируем наибольшее количество культурологических лакун. Безусловно, словарь будет сопровождаться приложениями. Это и карты, это и энциклопедические справки, и пояснения, и обращения к истории, то есть исторические справки. Что касается самой словарной статьи, то подготовка этого текста ведется с учетом того, что наполнение каждой статьи должно демонстрировать различия восприятия того или иного онима по целому ряду параметров. Это заголовочная иллюстрация, это заголовочное слово, заголовочный оним и его толкование, это, безусловно, энциклопедическая справка, в которой объект получает общую характеристику. Далее идет характеристика объекта в его связи с культурой. Это и фольклорные произведения, и произведения изобразительного искусства. И также лингвистическая часть, которая демонстрирует вербализацию национально-культурного фона ономастической единицы. Безусловно, наш проект на начальной стадии, мы только в этом году приступили к разработке этого проекта, и в дальнейшем мы планируем словарные статьи этого ономастического словаря сопроводить еще и интерактивными заданиями, поскольку необходимой частью, как мы полагаем, и как справедливо уже отметили коллеги, является обучение и популяризация фольклорных данных, поэтому, как мы считаем, различные интерактивные задания, предложенные с онимами, которые выделяются в словаре, также будут интересны учащимся и могут быть использованы в практике преподавания языков коренных народов Севера. И также перспективу мы видим в том числе и в объединении усилий с учеными, ведущими подобные разработки и и на территории Крайнего Севера Канады, в Канаде, на территории Нунавут, поскольку там также ведутся разработки в русле сопоставительной фольклористики языка канадских инуитов, и мы надеемся, что в последующем мы сможем объединить наши усилия и также подготовить совместный проект. Завершая представление нашего исследования, я бы хотела сказать, что
наше предложение заключается, ну, наш посильный вклад заключается в подготовке этого словаря, и мы надеемся, что те материалы, которые нам удастся собрать, обработать и представить в словаре, также будут полезны для разработки новых учебных программ и учебников, ну и совместные усилия наших ученых и ученых университета Нунавут позволит нам создать более масштабные программы для изучения и поспособствует интеграции наших знаний и знаний коллег для того, чтобы сохранить фольклор языков коренных народов Малого Севера. Спасибо большое. Благодарим Наталью Владимировну за ваш интересный доклад. И у нас вроде бы в чате, да, вопрос. Вот, Елена Александровна, может быть, озвучите? Да, конечно, с удовольствием. Наталья Владимировна, большое спасибо. Очень интересная идея, очень интересный доклад. И у меня такой вопрос. Есть ли уже какое-то интернет-пространство или планируете ли вы вот в интернет-пространстве размещать ход и результаты вашего проекта? Или вы только уже сам конечный результат планируете размещать? Елена Александровна, спасибо большое за вопрос и за интерес, проявленный нам, потому что для нас это первый опыт. До этого мы проводили исследования применительно, скажем так, к Новостикону Московской области, то есть исследования были в большей степени регионального характера. Это наш первый опыт. Безусловно, мы хотели бы размещать не только конечные результаты, но и стадии этого исследования, потому что проект рассчитан на несколько лет. Вот, и мы, безусловно, надеемся, что в следующем году у нас состоятся полевые экспедиции, и мы сможем не только исследовать тот материал, который уже собран и в Северном Арктическом университете, и в Дальневосточном федеральном, и в Новосибирском, безусловно, в Томском университете. Мы знаем, что эти исследования ведутся очень многими университетами, уже собраны колоссальные материалы по сказкам, по фольклору, но мы надеемся, что предпринятые нами экспедиции тоже смогут пополнить уже собранные данные. Пока у нас нет, к сожалению, официального ресурса, на котором мы могли бы размещать информацию, но мы очень надеемся, что в ближайшем будущем он у нас появится, поскольку руководство университета нас поддерживает в этом начинании, вот, и руководство факультета, и руководство университета, и поэтому я очень надеюсь, что мы сможем постепенно освещать ход нашего исследования, и, возможно, если у коллег из других вузов тоже будут какие-то идеи, мы с удовольствием будем их учитывать, и также благодаря уже накопленному опыту, знаниям, наш проект будет лучше, и мы сможем добиться более каких-то серьезных результатов. Благодарю вас за вопрос. Спасибо большое. У меня вопрос. Спасибо, Наталья Владимировна. Да, Денис Михайлович, потом еще кратко от Ольги Костровой вопрос будет. Угу. Наталья Владимировна, да. Добрый день. Спасибо за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, у вас в вашем словаре как-то очерчен круг этносов, ну и, соответственно, фольклоров, из которых вы берете материал? Спасибо большое за вопрос. Как я уже сказала, мы только на начальной стадии проекта. Сейчас мы занимаемся анализом нанайских сказок, легенд. Ну, вернее, мы рассматриваем на данном этапе бытовые сказки, рассматриваем в том числе и заимствованные сказки, потому что этносы очень тесно связаны, и в том числе есть и, например, как показала практика, есть и, например, заимствованные из русского языка сказки в нанайском языке, и для них даже существует специальная терминология в классификации исследователей. Мы надеемся охватить как можно больше этносов, но пока мы начали, пока могу предметно говорить о нанайских сказках, потому что пока мы рассматривали только этот пласт, как я уже сказала, вот проект у нас начался буквально вот в апреле этого года, но я надеюсь, что поскольку у нас еще впереди несколько лет исследований, я надеюсь, что мы сможем охватить различные этнические группы.
Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Вот. Если у вас потом будет желание использовать сибирский материал, в частности, южносибирский, то я буду рад с вами сотрудничать в этом направлении, поскольку тоже в свое время занимался проблемой личного имени в фольклорном тексте. Да, спасибо огромное. Безусловно, очень интересно. Поэтому, если можно будет к вам обратиться, мы будем очень признательны. Спасибо. Да, взаимно. Спасибо. Спасибо большое. Так, и благодарю за вопросы, за ответы. И очень кратко, Ольга Кострова, озвучьте, пожалуйста, ваш вопрос, если можете. А вот вы здесь. Да, спасибо большое, Наталья Владимировна. Я думаю, что уже я услышала ответ на свой вопрос, то есть я поняла, что вы начинаете с нанайского и планируете как можно больше этносов охватить, больше языков. Но это, конечно, замечательно, грандиозные такие планы, и я просто восхищена этим направлением. Поэтому все, спасибо, я услышала ответы на свой вопрос. Спасибо. Спасибо большое. И если позволите, я в заключение тоже скажу, что я буду очень признательна, если тоже мы сможем как-то обменяться контактами и поддерживать связь с коллегами, потому что мы понимаем, какой пласт работы уже выполнен учеными других университетов. И если мы могли бы, например, каким-то образом организовать сотрудничество, или, может быть, коллеги могли бы поучаствовать, захотели бы поучаствовать в нашем проекте, мы, безусловно, были бы очень признательны и были бы очень рады такому сотрудничеству. Спасибо большое. Наталья Владимировна, я предлагаю вам сейчас прямо в чате написать свои контакты, почту и телефон, да. И это просто будет очень быстро. Да, коллеги, да, напишите, конечно. Вам сразу это напишут. Спасибо огромное. Спасибо. В контексте Томского педагогического университета у нас с вами много общего еще и в том, что основной нашей деятельностью в преподавании является преподавание английской филологии, романо-германской филологии, но при этом вот душой и всем нашим свободным временем мы погружены в исследование языков и фольклора народов России. Благодарю. Итак, у нас следующий докладчик по состоянию здоровья не может озвучить свой доклад, но мы вот созвонились, и есть такое предложение, чтобы она пролистала слайды, так как ну, терять все-таки, знаете, информацию, терять доклад не хочется. А далее, если будет позволять здоровье, если будет позволять регламент других секций, может быть, 8-9, вот Юрий Александрович, возможно, там какой-либо секции можно будет добавить нашего докладчика, это Ольга Олеговна Докучаева, учитель родного языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, школа-интернат среднего общего образования, город, простите, могу ошибиться, Тарко-Сале, Туровского района, Ямало-Ненецкого автономного округа. Правильно, да? И ваш доклад «Преподавание ненецкого языка, лесной диалект в условиях двуязычия». Но мы вас не призываем сейчас все-таки перенапрягать голосовые связки, но очень интересно на самом деле прочитать ваши слайды, так как вы все-таки готовились, и по возможности, ну, так сказать, обменяться тоже информацией. Ольга Олеговна, вы можете запустить презентацию? И пока Ольга Олеговна запускает, вопрос к нашим следующим докладчикам через доклад. Ирина Рудольфовна Прим и Елена Ивановна Прокопьева, простите, пожалуйста. Готовы ли вы, ну, буквально через вот эту презентацию? Да, мы готовы. Хорошо. Ну вот тогда Ольга Олеговна нам, возможно, покажет свои слайды. Немного мы ознакомимся с темой. Так, Ольга Олеговна, мы видим пока ваш только браузер, но не видим вашу презентацию. Мы видим ваш экран, да, полностью, но не презентацию. Так, это другой браузер. Нет, здесь не надо нажимать. Вам нужно зайти в вашу программу демонстрации слайдов, PowerPoint или что-то аналогичное.
вы сейчас в интернет находились, уже вышли. Радует география сегодняшней секции, так как у нас представлено, ну, об этом уже и сказано, но обычно, знаете, мы как-то вот, ну, не то чтобы привычно нам, ну, именно Томской лингвистической школе, мы, конечно, общаемся и с зарубежными коллегами, но вот в последнее время по разным причинам так вот масштабно в общероссийском формате мы как-то не сильно заседали. Так. Ольга Олеговна, у вас получится показать нам вашу презентацию? Может быть, кивнете? Еще пока не видно, да? Так, ну ладно. А может быть, тогда позже, если получится запустить вашу презентацию. Давайте тогда мы пустим вперед наших других докладчиков, а позже попробуем вашу презентацию посмотреть. Не против? Хорошо. Было бы хорошо, если бы написали в чат или сообщение. Не поняла. Ну ладно, что-то технически не получается. Тогда мы давайте слово предоставим нашим коллегам из города Новокузнецка, Ирине Рудольфовне Прим, заместителю директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения, и я потеряла, простите, гимназия номер 17 имени Чкалова города Новокузнецка Кемеровской области, и Елене Ивановне Прокопьевой, также заместителю директора того же учреждения, с докладом «Изучение шорской мифологии как средство формирования любви к малой родине». Добрый день, уважаемые коллеги. Вас приветствует Кузбасс, гимназия номер 17 города Новокузнецка. Очень приятно было слышать филологические доклады. Я являюсь кандидатом педагогических наук, и мой доклад, наше выступление с Еленой Ивановной, они будут носить несколько методический уклон. Дело в том, что я сама являюсь воспитанницей Кузбасской государственной педагогической академии, ранее Новокузнецкого государственного педагогического института, который, к сожалению, сейчас прошел реорганизацию, он присоединен к Кемеровскому государственному университету. И когда такая вот структурная единица высшего образования, как КУЗГПА, существовала, у нас существовала целая кафедра шорской культуры, и я очень благодарна грантам, которые работали на этой кафедре, в частности, Елене Николаевне Чайковской, которая очень много в нас вложила и заложила вот эти основы любви к культуре шорского народа, к его мифологии, к литературному творчеству. Поэтому сейчас, когда, в общем-то, эта кафедра реорганизована, выпускники Кузбасской государственной педагогической академии на местах пытаются сохранять культуру шорского народа и преподавать ее своим ученикам. Я сейчас попытаюсь запустить тоже демонстрацию слайдов, надеюсь, все получится. Уважаемые коллеги, видно? Кивните, пожалуйста, если видно. Отлично. Итак, начнем. Собственно, тема моего доклада, нашего доклада с Еленой Ивановной, которая была уже озвучена ранее, изучение шорской мифологии как средство формирования любви к малой родине. Формирование любви и уважения к родному языку, а также языкам культуре малых народов, проживающих на территории Российской Федерации, это вообще одна из основных задач, которая стоит перед образовательной организацией, которая декларирована в основной образовательной программе любой образовательной организации, вне зависимости от уровня образования. Нам очень повезло, мы проживаем на территории Кузбасса. Наш край – это край с удивительной историей, с удивительной культурой, с огромными природными богатствами, ну, вы прекрасно знаете об этом. Ну, конечно же, главное наше богатство – это культурное богатство, это наши люди. И, конечно же, неотъемлемая часть этой богатейшей культуры – это культура, доставшаяся нам от жителей Кемеровской области, коренных жителей Кемеровской области, шорцев.
Судьба коренного народа Кузбасса во многом трагична. Лишь 0,4% населения нашей области может назвать себя прямыми потомками шорцев. И вот как справедливо отметил предшествующий докладчик, далеко не все из них уже считают шорский язык своим родным языком. Однако эта культура этого малочисленного народа оставила глубочайший отпечаток в жизни современных кузбассовцев, и ценность ее неоспорима. Простите, пожалуйста, мы не видим вашу презентацию. Не могли бы вы ее перезапустить? У нас у всех серый экран, как в чате пишут. Прошу прощения, что прервала. Угу. Может быть, так оставить? Не стоит запускать. У вас, скорее всего, активирован экран не весь, а конкретный. И вы, когда запускаете F5, у вас тогда исчезает то, что мы видели. Прошу прощения. Ну вот сейчас видно, я перезапустила сейчас еще раз. Да, но вы не включаете демонстрацию, вы листаете так, потому что у вас, скорее всего, другой режим. Да. Хорошо. Ага, спасибо. Идите, пожалуйста. Да, все нормально. Итак, возвращаемся непосредственно к теме выступления. Уже сказала я о том, что в названиях большинства географических объектов Кузбасса прослеживаются следы шорского языка. Это и название, это и гидронимы, и топонимы различные. Лишь малая часть их представлена на слайде. Например, Аба, река Кузнецов, Мустак, ледяная гора, Алатау, пестрые горы. Из того, что нет на слайдах, например, Кондома, Козыр – это приток, речной приток, Бешеный в переводе, Карлык, Ласточка и так далее. Я не буду сейчас все имена собственные, все топонимы и гидронимы перечислять, но, поверьте, их очень-очень много. И, разумеется, учащиеся не только нашей образовательной организации, но всего Кузбасса должны понимать, откуда пришли к нам эти названия и что они означают. Кроме того, многие географические названия, которые, казалось бы, имеют славянское происхождение, пришли к нам из шорского языка. Это тоже необходимо знать и понимать. Ну, например, название населенного пункта Суета, которое обычно воспринимают как типично славянское, на самом деле восходит к шорскому су – вода. Мифология шорцев очень поэтична, она наполнена любовью и уважением к родной земле, трепетным отношением к природе. Вот лишь один показательный пример, о котором мне хотелось бы сказать отдельно. Например, шорцы верили, что траву нельзя рвать с корнем, ведь это волосы земли, а варварски вырывать траву значит причинять земле боль. Традиции шорской культуры в 20 веке были продолжены замечательными шорскими поэтами и писателями. Имена некоторых из них вы сейчас можете видеть, в том числе на слайде. Таким образом, изучение шорской культуры, в частности, мифологии на уроках родного языка, в частности, русского, и родной литературы, в частности, русской, является мощным средством формирования любви к малой родине. Экологической культуры, кстати, в том числе. В гимназии номер 17 особое место отводится изучению шорской культуры. Педагоги образовательной организации проводят мощные межпредметные связи на уроках литературы, истории, биологии, географии, родного языка и родной культуры. Нам же не случайно даны эти предметы в федеральном государственном образовательном стандарте, и их возможности, на наш взгляд, необходимо использовать. Кроме того, изучение шорских легенд и мифов включено в содержание рабочих программ практически всех учебных предметов, а также программ внеурочной деятельности, в частности, программы «Патриоты большой и малой родины». Особое место в череде ежегодных гимназических мероприятий занимает День родного языка. Международный день родного языка учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается традиционно 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия. Формы проведения данного мероприятия самые различные, они представлены на слайде. Это и инсценированный праздник «Один день из жизни шорской деревни», и конкурс «Щитцов кузбасских поэтов», и онлайн-викторина «Легенды горы Зеленой». И вот на этой онлайн-викторине нам хотелось бы сосредоточиться чуть подробнее, поскольку вот это время пандемии, оно внесло определенные коррективы в нашей деятельности, и мы вынуждены использовать различные способы для привлечения внимания наших учащихся, педагогов, родителей культуре малых народов Кузбасса, в частности, вот онлайн-формы. Кстати, ссылка на викторину представлена на слайде.
Кроме того, формат онлайн-викторины позволяет нам привлекать большое количество учащихся и их родителей к данному мероприятию. Викторина проводится практически ежегодно, каждый год вопросы меняются. В частности, в 2020-2021 учебном году в основе викторины была положена работа со сборником шорских мифов и легенд «Легенды горы Зеленой». Участники викторины, учащиеся, их педагоги и родители могли ознакомиться с вопросами и заданиями викторины на официальном сайте гимназии, пройдя по соответствующей ссылке, она представлена у вас на слайде. Далее открывались вопросы, всего их было 24, и учащимся предлагалось внести свои ответы, поработав с различными источниками информации в Google форму. И вот нам кажется, конечно же, это не ноу-хау данной викторины, но такая интересная ее изюминка. Говоря о культурном своеобразии каждого народа, его индивидуальности и неповторимости, на мой взгляд, очень важно понимать, что мы встроены в единый мир, в единую вселенную, и традиции многих народов, и легенды, и мифы перекликаются. Не случайно мы говорим на уроках литературы о так называемых бродячих сюжетах. Поэтому и вопросы викторины были нацелены не только на выявление этого культурного своеобразия, но и на выявление культурного единства. Ну, например, участникам образовательных отношений предстояло ответить на вопрос, почему у глухаря глаза красные, согласно шорской легенде. При этом нужно было ее сопоставить со сказкой «Глухарь и рябчик» коренного оленного народа Восточной Сибири, тофаларов, проживающих на северных склонах Восточного Саяна. Задание было очень интересным, учащиеся сравнивали две легенды двух народов и приходили к тому, что много очень общего. Ежегодно в онлайн-викторине соревнуются более 200 учащихся, их родителей и педагогов. Данная форма работы позволяет привлечь достаточно большое количество участников и в то же время работать с ними в индивидуальном режиме. На последнем слайде вы можете видеть контактные данные нашей образовательной организации, в частности QR-код, который позволяет попасть на сайт гимназии номер 17. И если кого-то заинтересует, в частности, эта викторина, вот с февраля у нас стартует новый ее этап, поэтому мы приглашаем всех желающих поучаствовать. Спасибо большое за внимание. Благодарю вас, да, вы прям очень-очень вложились в регламент, многолетний опыт педагогической деятельности. Спасибо большое за интересный доклад. Пожалуйста, коллеги, несколько вопросов можем себе позволить. И, кстати говоря, вот Денис Михайлович, который немного прячется у нас, он как раз-таки работал на кафедре шорского языка в КУЗГПА, в свое время и писал диссертацию по шорскому языку, хотя сам является представителем телеутского народа. Так, Артем Федоринчик, у вас вопрос, пожалуйста. Да, спасибо. Было очень интересно посмотреть на те меры, которые вы предпринимаете для развития шорского языка, но самый главный вопрос, есть ли дети, говорящие по-шорски? Ну вот уже хороший вопрос. Дело в том, что в нашей образовательной организации учащихся носителей шорского языка нет. И, к сожалению, очень мало их и вообще в образовательных организациях города Новокузнецка, то, о чем я говорила. И даже в те времена, когда я уже училась в Кузбасской государственной педагогической академии, была проблема набрать группу с углубленным изучением шорского языка именно в связи с этими проблемами. Но отсутствие носителей языка в нашей образовательной организации не равно отсутствие потребности в изучении шорской культуры, потому что то наследие, которое у нас сейчас есть, в том числе языковое, его необходимо исследовать, понимать, чувствовать. Потому что когда мы приходим, например, на вокзал города Новокузнецка и видим обилие различных направлений, названий городов, поселений, деревень, и учащиеся не знают, не только учащиеся, но и в том числе взрослые люди не знают, что обозначает, откуда они пришли, а ведь шорские мифы и легенды – это еще и
кладезь экологической культуры, бережного отношения к природе человека. Поэтому ну, вот такой арсенал, находясь на этой земле, ну, на мой взгляд, просто преступление не использовать учителю-филологу. Спасибо. Большое спасибо. Кажется, у кого-то был еще вопрос. Возможно, я случайно выключила символ поднятой руки. Коллеги, был ли еще вопрос? Можно добавить в этом отношении. Вот очень было и важно, наверное, услышать, особенно для наших томских коллег, особенно для школ, о том, что вот ту деятельность, которую вы проводите, она включается в рабочую программу воспитания. И вот у нас, к сожалению, сейчас, когда анализируем рабочую программу воспитания и ту деятельность, которую школа реально проводит по разным направлениям, в том числе по культурному образованию, то почему-то они забывают ее включить как раз в этот документ, который как раз и подчеркивает, да, всю сторону, да, и специфику деятельности образовательной организации. Поэтому спасибо вам, мы призываем коллег вот ту работу, которую вы проводите по разным направлениям, попытаться включить в рабочую программу воспитания. Спасибо. Спасибо. Да, очень ценный комментарий, на самом деле, благодарим. И, Юрий Александрович, читая просто труды по сибириведению, то, что писал, ну, основоположник нашей кафедры, а к кому мы еще вернемся, с Еленой Александровной, да, казалось бы, так же самое, что вокруг Томска столько много русских названий, а нет, они совершенно не русские, как минимум селькупские, а бывают еще более древние пласты тех народов, которые исчезли давным-давно. Поэтому благодарим за доклад и приглашаем сейчас к выступлению Юлию Георгиевну Кустову, кандидата исторических наук, доцента кафедры этнокультурологии Института народов Севера Российского государственного педагогического университета имени Герцена, город Санкт-Петербург. И доклад называется «Обычаи взаимопомощи в традиционном воспитании детей у хакасов. Исследования Института родительства». Добрый день, коллеги. Большое спасибо за приглашение участвовать в конференции. Очень рада всех видеть и буду рада последующему сотрудничеству. Я очень на это надеюсь. Мой доклад подготовлен в рамках преподавания курса для магистратуры, который называется «Особенности этнонациональной социализации в современной семье». И мы со студентами разрабатываем методические материалы, ну, в отношении какого-то конкретного этноса или в отношении какой-то региональной программы по преподаванию этнической культуры, истории и языков. И, собственно, мы сталкиваемся с тем, что когда мы проводим анкетирование студентов, то выясняется, что студенты чаще всего не знают ничего о своей собственной этнической культуре. А я напомню, что у нас очень много учатся студентов из народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. И у нас в том числе есть русские студенты и так далее. Оказывается, что они не знают ничего, потому что в их семьях родители прежде всего ничего не знают, к сожалению. Ну и проведенные мной экспедиционные полевые исследования тоже показывают, что в основном знакомство с культурой своего собственного народа происходит прежде всего в семье, и чаще всего только в том случае, если семья живет в деревне, в селе, а не в городе. И, конечно, перед тем, как мы пытаемся разработать какие-то методические материалы для будущих учителей, да, по работе с родителями наших детей. Естественно, мы пытаемся выяснить, а что такое вообще родители, да, и вот этот институт родительства, собственно, он очень часто остается ну, неизвестным, да, он как-то вне рамок исследований современных исследователей, этнографов в частности, потому что на детство все обращают внимание, а на родительство в меньшей степени. И мой доклад, он подготовлен как раз в рамках вот подобного исследования, а что такое родительство вообще в принципе. Если позволите, я включу демонстрацию экрана. Нужно только вспомнить. Ага, вот так. Надеюсь, что видно.
Да? Угу. Вот так видно, да? Отлично. Итак, в хакасской, поскольку я занимаюсь исследованием в основном хакасской культуры, то я о них и буду говорить. В хакасской традиционной культуре родительство считалось особым даром, по-хакасски называется талант, дар счастья, удачи, везения. Этим даром наделялись как отдельные семьи, так и родственные коллективы, наряду с даром здоровья, удачи и так далее. Эти дары получали обычно во время коллективного родового горного моления, который проводили ежегодно вплоть до начала XX века. Горные духи-покровители рода, а также духи предков и верховное божество под разными именами – Тенгри, Ульгень, Кудей – способствовали умножению рода. Если члены этого рода приносили богатые жертвоприношения, соблюдали баланс в отношениях с природой, вели себя правильно и справедливо по отношению друг к другу. Семья считалась счастливой и благополучной, если детей рождалось много и все они выживали. Ну, существует такая легенда, миф, да, что женщина, мать, у которой было 9 сыновей, они все выжили, считалась воплощением богини Умай на земле, могла носить мужскую одежду, сидеть в юрте на самом почетном мужском месте и так далее. Многодетная мать, если к тому же была достаточно обеспечена, приглашалась на все свадьбы, чтобы одним только своим присутствием осветить брак. Для получения дара деторождения, а также жизнеспособности для скота и детей, который называется худ, будущие родители должны были провести особые молебны во время горного моления или обряда жертвоприношения небу. Символом желания родить детей было изготовление особой повязки для мужчин с использованием перьев орла. В крайнем случае можно было обратиться за помощью к шаману, но поскольку это было чревато для родителей ребенка, полученного таким образом какими-то негативными последствиями, то это всегда делалось тайно. Дар родительства мог быть не у всех людей. Многие семьи теряли детей вскоре после рождения или вообще не могли родить или зачать детей. Хакасы полагали, что бездетностью, так же как вдовством или неспособностью выйти замуж, буквально можно заразиться. Поэтому с такими людьми старались не общаться. Например, старые девы, то, что называется старые девы, по-хакасски чуртайна или домашний черт, покидали юрту, если к их родителям приходили гости. Женщина, дети которой умирали вскоре после рождения, для того, чтобы следующий ребенок выжил, стремилась родить в юрте многодетной семьи. Хозяйка такой юрты, как правило, старалась препятствовать родам, а если это не удавалось, выпроваживала роженицу с новорожденным не через дверь юрты, а через окно, чтобы дар деторождения не ушел с молодой матерью. Таким образом, дар или везение, удача быть родителями передается или отнимается от одной семьи другой при проведении определенных обрядов. Ребенок переходил в приемную семью в следующих случаях. У семьи было много детей, это первое, да? А возможности прокормить всех и собрать необходимые к свадьбе детей средства отсутствовали. Часто самого младшего ребенка в многодетной семье называли именем, которое переводилось как «хватит», «последний» и так далее. В этом случае те родственники, у которых детей было мало, а хозяйство требовало большого количества рабочих рук, забирали себе одного и даже нескольких детей, как раз в рамках обычая взаимопомощи. Второй случай. В семье было много детей, хозяйство было крепким и благополучным, но были близкие родственники, дети которых умирали вскоре после рождения или женщина не могла забеременеть. В этом случае многодетная семья могла отдать ребенка в семью родственников для того, чтобы поделиться счастьем деторождения. После рождения своих детей приемного ребенка также оставляли, не отправляли его обратно, так как именно его присутствие, как считали хакасы, помогло родить и выходить своих детей. Третий случай – это когда сироту забирали ближайшие родственники, прежде всего умершего отца. В приоритете был дедушка ребенка, если он был еще работоспособен. Далее шли семьи братьев умершего. Иногда сироту забирал свою семью дядя ребенка по материнской линии. Это брат, например, матери Таи,
он считался после родителей самым близким для ребенка человеком. Даже если ребенок уходил в семью по отцовской линии, вот этот дядя по материнской линии Таи часто навещал ребенка, делал ему подарки, участвовал в собирании колыма или приданого. Обычаем взаимопомощи, четвертый случай, также объясняется проживание ребенка в семье какого-либо мастера, ремесленника в течение некоторого отрезка времени. Это время необходимо для освоения какого-то ремесла или искусства. Например, мальчики осваивали таким образом кузнечное, гончарное или другое ремесло. Девочки могли научиться шить или вышивать у известной мастерицы и так далее. В тех случаях, когда у мальчика обнаруживался дар исполнительства эпоса, он навсегда переходил в семью того родственника-исполнителя Хайджи, который этот дар обнаружил и в дальнейшем брал на себя полностью обучение, содержание и воспитание такого одаренного ребенка. Также навсегда могли переходить дети в семьи шаманов, лекарей, травников, ясновидящих и так далее. Ну и пятый случай – это временное проживание для подработки, да, когда ребенок собирал средства для своего будущего колыма или для приданого. Ребенок в семье родственников должен был воспитываться, получать содержание, заботу и уход наравне с родными детьми. Информанты особо подчеркивали необходимость сытно кормить приемного ребенка, обеспечивать его необходимой сезонной одеждой, не допускать насилия, обеспечивать его равноправие. Ребенок называл приемных родителей мамой и папой, хотя не забывал никогда, кто являлся его настоящими биологическими родителями. Общаться часто с родными ребенок не мог, как правило, из-за занятости и отдаленного проживания родителей. Главной заботой приемной семьи было обеспечение экономической безопасности ребенка, подготовка необходимого для свадьбы колыма или приданого. Последние, колым или приданое, должны быть достаточными, чтобы после свадьбы молодожены сразу же имели свое стадо крупного рогатого скота, табун лошадей и отару овец, а также юрту и всю необходимую одежду. Девушки начинали шить одежду задолго до свадьбы, так как уже во время супружеской жизни она должна была обшивать прежде всего своих детей, и времени для изготовления всего комплекта одежды для себя и мужа у нее просто не было. Приемный ребенок должен был стараться приумножать богатство приемной семьи, так как от этого зависело его благополучие. Мальчики помогали выпасть скота, участвовали в охоте, заготавливали сено, убирали загоны для домашнего скота, вспахивали землю и так далее. Девочки помогали ухаживать за младшими детьми, если они появлялись, помогали женщине в домашней работе, готовили еду, шили, вышивали, катали войлоки, выделывали шкуры и так далее. Также помогали выпасть скота, собирательстве дикоросов. Приемная семья находилась под постоянным контролем других родственников. В случае, если они обнаруживали несправедливость по отношению к приемному ребенку, ребенка могли забрать и передать другой семье или вернуть настоящим родителям. Нужно сказать, что вот этот обычай взаимопомощи, почему он для нас еще интересен, воспитание детей, он сохранился и наблюдается у хакасов до сих пор. И, правда, чаще это происходит в семьях, которые живут в деревне. Там это воспринимается совершенно как норма, что ребенок может перейти из одной семьи в другую, это не вызывает никаких совершенно, ну, никакого чувства сопротивления, да, или там противоречий. Вот. В городских семьях это наблюдается меньше. Ну, правда, те городские хакасские семьи, которые вовлечены в деревенскую жизнь, например, родители живут в деревне, такой вот чисто хакасской, там, в общем, это тоже воспринимается нормально. Ну, скажем, ребенка отправляют учиться в национальную гимназию в Абакане, и тогда ребенок может, например, жить у своих родственников. Это еще встречается. И, в общем, если бы такой обычай взаимопомощи сохранялся до сих пор среди там всех хакасов, наверное, бы не было вот такого количества детей в детдомах, да, не было бы детей сданных там дома малютки, хакасских детей, по крайней мере, и так далее. Вообще нужно сказать, что обычай взаимопомощи и воспитание в приемной семье
они существуют, конечно, не только у хакасов, это вообще традиция, которая идет с самых древних времен, у всех народов абсолютно. И вот институт приемной семьи для нас очень удобен в плане того, что мы можем через приемные семьи, через приемных детей, собственно, выявить те особенности института родительства, которые характерны для каждого народа. Да? По крайней мере, обязанности родителей по отношению к ребенку, они выявляются как раз не через семьи с родными детьми, а через семьи с приемными. Потому что, когда речь идет о приемной семье, очень быстро вспоминаются, а что должны делать родители, да, приемные. И поскольку подчеркивается, что они должны делать все то же самое, что родные родители, то, конечно, институт приемной семьи для нас является очень важным источником. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо большое, Оксана Александровна. И у нас скорее по регламенту время буквально на один краткий вопрос. Ну, так как Артем Федоренчик первый поднял руку, видимо, слово вам. У меня, на самом деле, даже не вопрос, а маленький комментарий. Я просто знаю, что у чувашей было распространено вот такое же, да, усыновление и так далее. Но в последнее время, вот мы специально спрашивали, они говорят, что это очень сильно усложнили сам алгоритм, потому что нужно собрать целую кучу справок, и раньше это было гораздо более распространено, чем сейчас. Вот хорошо, что у вас это сохраняется. Ну, это сохраняется негласно на самом деле, потому что если об этом узнают органы опеки, на самом деле возникают серьезные проблемы. То есть как только государство начинает вмешиваться в этот обычай взаимопомощи, к сожалению, семьи сталкиваются с серьезными проблемами. Ну вот о роли, да, практик каких-то социальных, языковых и государства взаимодействия мы немного позже поговорим во время нашего круглого стола. Обязательно оставайтесь, да, я думаю, что много будет о чем поговорить и высказаться. Вот, ну и давайте перейдем, чтобы нам просто не затягивать время, с вашего позволения. Если у кого-то есть еще вопрос, пишите, пожалуйста, в чат. Перейдем мы к следующему нашему докладу. Спасибо большое, Юлия Георгиевна и Оксана Александровна Глебова, социальный педагог Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края, Армавирский юридический техникум, представит свой доклад «Формирование единого этнокультурного образовательного пространства через диалог языков и культур. Опыт работы руководителя клуба интернациональной дружбы, направленный на профилактику экстремизма и ксенофобии». Пожалуйста, слово вам. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хотела, прежде чем я начну свое выступление, хотела поблагодарить вас за очень интересные выступления. Я понимаю, что мое присутствие несколько экзотично выглядит, потому что речь идет о народах Крайнего Севера, там Сибири, Дальнего Востока, а я вещаю с Крайнего Юга. Краснодарский край, у нас сегодня плюс 20. Вот, и до этого теплые дни такие были, поэтому это так, чтобы немножко позавидовали, но не для этих целей, а просто сказать, что насколько необычно мое присутствие на этой конференции, да. Вот, поэтому вот предыдущая докладчица очень интересно рассказывала, она сказала о том, что студенты, и вернее еще перед этим, вот, что студенты мало знают о своей родной культуре. У нас другая проблема. У нас студенты знают о своей культуре, но иногда слишком агрессивно навязывают свою культуру. Вот поэтому и тема моего выступления – это все-таки опыт работы руководителя клуба интернациональной дружбы, и направлено это все на профилактическую работу против экстремизма. И я очень счастлива, что я родилась и выросла на Кавказе, но вы сами понимаете, что Кавказский регион – это непростой регион. Это место, где сосредоточились множество языков, культур, национальностей, вероисповеданий. И поэтому это такой клубок, существовать в котором очень непросто. Вот, поэтому я думаю, от того, насколько мирно будем жить мы на Кавказе, зависит мир во всей нашей стране и, не побоюсь этого слова, даже во всем мире, потому что у нас очень горячая точка. Вот, и если всколыхнется все у нас, то мало не покажется
многим. Вот, поэтому от того, как мы живем мирно, зависит очень много вообще благополучия в нашей стране. Я сейчас тоже постараюсь подключить презентацию свою, да? Так. Получается? Видно? Она загружается, да, сейчас. Ну, формирование... Все, теперь видно, да. Формирование единого этнокультурного образовательного пространства, поэтому в современном мире мы считаем это дело важное и нужное. И наша задача уберечь молодежь от влияния всевозможных эмиссаров, распространяющих экстремистские настроения среди юношей и девушек с еще не окрепшим мировоззрением. А там, поверьте, работают профессионалы, это опытные психологи, которые используют всевозможные рычаги, в том числе и приверженность той или иной религии, которую соблюдают наши студенты. Это знание и уважение к той или иной, вернее, знание и уважение своей культуры. И вот они пользуются этим и манипулируют. И вот чтобы исключить влияние этих эмиссаров, мы на протяжении многих лет, еще до создания клуба интернациональной дружбы, КИТ, да, аббревиатура всем известная, вот мы занимались этой работой в техникуме. И она включала в себя уважительное отношение к традициям, обычаям, культуре всей нашей страны и зарубежных стран, непримиримости к проявлениям шовинизма, экстремизма, воспитание у обучающихся культуры межнационального общения. Вообще АЮТ, это Армавирский юридический техникум, это многонациональный студенческий коллектив. Мы в начале каждого учебного года подсчитываем национальный состав техникума. Ну вот в этом году только 25 национальностей представлено среди наших обучающихся. В прошлом году было 28. Ну, к сожалению, из тех, кто перечислен на слайде, вы видите, нет представителей ваших народов. Народов, вернее, тех народов, о которых мы сегодня говорим. Это все южане. Но с севера к нам тоже приезжают. У нас приезжают студенты, которые проживают в Тюменской области, вот, ну вообще в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе. Но это кумыки, чеченцы, то есть это те, кто поехали на заработки когда-то давно-давно, даже некоторые еще в советское время перебрались на север, вот, и так там и остались. Но приезжают сюда учиться к нам на юг. Вот, и вы понимаете, что в связи с этим разработка вопросов современной такой системы интернационального воспитания и введение ее в практику для нас приобретает особую значимость. Ведь культура межнациональных отношений не может возникнуть сама по себе. Вот. И она требует специально организованной деятельности. Мы уже на протяжении лет многих сотрудничаем с национальными общинами города, а их у нас 13. Устраиваем встречи студентов с председателями национальных общин. Ну вот особо мы контактируем с Адыги-Хасы, это адыгский такой центр, чечено-ингушская община, армянская община, поскольку вторая по численности нация в Армавире – это армяне, и, собственно говоря, они город и создали этот город. Вот. Это национально-культурная автономия Батыр, общественная организация Дагестан и русский культурный центр «Русский мир». Получив в 2018 году методические рекомендации для педагогов из Краевого министерства образования и культуры, которые назывались «Профилактика молодежного экстремизма и этносоциальных конфликтов в полиэтничном социуме», мы обнаружили там предложение возродить старую советскую традицию и создать в своем образовательном учреждении клуб интернациональной дружбы. Идея была подхвачена нами незамедлительно, потому что я в советское время была в школе президентом КИДа. В студенческие годы я возглавляла клуб интернациональной дружбы в Армавирском педагогическом институте, поэтому продолжить эту деятельность, тряхнуть стариной, не составило большого труда. И в результате был создан клуб интернациональной дружбы «Кавказ – наш общий дом». А в качестве девиза мы взяли слова «За культуру мира против экстремизма».
так как, позиционируя свои традиции и культуру, знакомясь с культурами и ценностями других народов, человек без особого труда может противостоять экстремистским настроениям. Ну, руководителем клуба являюсь я, социальный педагог, а помощь в координировании работы мне оказывают воспитатели общежития и классные руководители. Членами клуба являются обучающиеся, в этом году их 30 человек, но, поверьте, желающих гораздо больше. Вот, и ну, мы не можем всех желающих подключить, но периодически меняем состав. И даже некоторые выпускники не теряют с нами связи, они периодически участвуют в наших мероприятиях, кто на дудуке играет, такой дудка такая армянская, да, такой инструмент, танцуют, присылают свои видеовыступления, где они читают стихи, поют песни и так далее. Ну, задачами клуба являются следующие моменты, вы видите их на экране. Мы сотрудничаем со многими организациями. Во-первых, это Армавирское местное отделение Русского географического общества. Почему прежде всего? Потому что я сама являюсь членом Русского географического общества. И вот так удачно совпала моя деятельность. Я как член РГО в Армавирском отделении руковожу двумя клубами. Клуб «Чемодан», где я рассказываю о своих путешествиях, и клуб «Замечательных людей». И вот в эти замечательные люди попадают очень многие, те, кто как-то связывает нас с географией, расширяет наши представления о культуре, о достопримечательностях других регионов. В том числе и человек, который, я надеюсь, сегодня присутствует на этой конференции в качестве слушателя, Любовь Романовна Кандыгина. Но я об этом скажу чуть позже. Вот. Ну, вот все национальные общины города, я уже говорила об этом, Армавирский краеведческий музей. Есть у нас такой выставочный зал дома Дангулова. Я думаю, люди советских времен помнят, что был такой писатель Сава Дангулов. И есть в нашем городе уникальная библиотека национальных литератур России и зарубежных стран имени Некрасова. Ну, многие спрашивают, почему имени Некрасова, почему, какое отношение Некрасов имеет к этой библиотеке. Дело в том, что когда-то это была обычная городская библиотека имени Некрасова. И она была маленькая, уютная, ее очень обожали горожане, и все ее называли запросто Некрасовка. Я вот пойду в Некрасовку, я был в Некрасовке, и поэтому имя Некрасова решили не отбирать у этой библиотеки, когда она поменяла свой статус. Я не знаю, есть ли такие библиотеки вообще в целом по стране. Думаю, что есть. Но на юге России, по-моему, это единственная библиотека. И мы с этой библиотекой сотрудничаем. Это вот национальные общины, да, это краеведческий музей, выставочный зал дома Дангулова. А вот она, Некрасовка, о которой я рассказывала. Такой старинный особнячок, еще дореволюционный, очень уютный, где нам всегда хорошо. И с этой библиотекой мы, кстати, участвовали в реализации краевого гранта «Из нас слагается народ». Вот и в тренингах принимали участие. Видите, у нас были в качестве участников разные, представители разных национальностей. Вот Нагайка шьет русскую куклу. Вот, мы участвовали в квесте по многонациональному городу Армавиру. В работе КИДа мы используем различные формы. Это лекции, беседы, устные журналы. Вот, например, в конце прошлого учебного года мы отмечали День русского языка и день рождения Пушкина. И была такая интерактивная лекция, которую я проводила, называется «Кавказский русский язык». И вот это необычное название привлекло немалое количество горожан. Мы проводили во дворике библиотеки вот этой Некрасовки. В читальных залах сейчас запрещено проводить мероприятия, а во дворе с этой рассадкой 1,5 метра это было реально. И у нас было ограниченное количество людей, но тем не менее горожане заходили, останавливались, потому что их привлекла необычность темы. Ну, вот в этом дворике, да, лекция. Также литературно-музыкальные вечера и литературные гостиные мы проводим. Это наш Пушкин. У нас было такое мероприятие к Дню родного языка, о котором сегодня уже упоминали, 21 февраля. Мы читали Пушкина на языках всех наших студентов, потому что творчество этого поэта переведено на все языки народов СССР, даже вот так скажу, не только Российская Федерация.
Федерации. Есть еще и Международный Всемирный день поэзии, который отмечается 21 марта. Это праздник «Поэтическая весна» на разных языках. У меня очень много знакомых по югу России, это писатели и поэты, и председатели Союза писателей республик различных. И вот они прислали нам свои видеообращения. Если поэт читал свое стихотворение на русском языке, то студент читал в переводе на родной язык. Или наоборот, если поэты читали свои стихи, например, на калмыцком языке, то перевод этого стихотворения читали наши студенты. Вот. Виртуальные путешествия. Я как член РГО, конечно же, много езжу и по стране, и по ближнему зарубежью. И вот виртуальные путешествия по регионам России, зарубежным странам. Это дорогами Осетии, сокровища Грузии, армянский блокнот, куда мы пригласили армянскую общину. Совместно это проводили мероприятие. Информационный экспресс от Ташкента до Термеза. Мы совместно со студентами узбеками и туркменами, со студентами Армавирского педагогического университета проводили. Ну и, конечно, все закончилось чайханой, сами понимаете. В Узбекистане без восточных сладостей обойтись нельзя. Круглые столы мы проводим, диспуты. Ну вот, например, это круглый стол адыгейцы, черкесы и кабардинцы. Один народ, вот такой у нас был круглый стол, в котором помимо членов РГО и руководителя центра Адыги, адыгейской культуры Адыги-Хасы, принял участие в онлайн-формате и автор и руководитель международного проекта «Кавказ – наш общий дом», историк-этнолог, известный абхазско-абазинский общественный деятель Давид Дасания. Конкурсы, фестивали проводим. И вот такое наиболее удачное мероприятие, на мой взгляд, это был фестиваль языковой дружбы на языке тюрков. А тюрков обучается у нас в техникуме много. Это и татары, и азербайджанцы, и кумыки, карачаевцы, балкарцы, башкиры. Поэтому представлено было многими народами. Вот. Ну и вот в ходе демонстрации своих визитных карточек, так называемых, тюркские языки сменяли друг друга, а участники, представляя тот или иной язык, рассказывали стихи, пели песни, кто-то вживую, кто-то онлайн на своих родных языках. Ну, закончилось мероприятие ногайской лезгинкой и угощением национальными блюдами, карачаевскими и балкарскими хычинами, чак-чаком, представителя татарской общины пришел не с пустыми руками. Представитель азербайджанской общины принес пахлаву замечательную. Вот. Ну и каждый пожелал друг другу приятного аппетита на своем родном языке. А студенты благодарили на этом же языке за угощение. И мы вывели в качестве слайдов. Вот, допустим, по-карачаевски, по-балкарски «спасибо» звучит «саубол». Я это вывела на сайт, все произнесли. По-узбекски «рахмат», по-татарски «рахмат». То есть похоже, да, и мы таким образом продемонстрировали близость групп тюркских языков. Ну и в итоге все пришли к выводу, что знакомиться с языками культуры и народов очень интересно, и что между нами очень много общего. В конце учебного года мы провели другой фестиваль, фестиваль дружбы славянских народов, приуроченный к Дню славянской письменности и культуры, который отмечается 23 мая. Специально для этого мероприятия участники фестиваля, молодые люди из всех славянских стран, передали нам привет, они записали видеообращение, ну, такую работу вот мы провели, и ребята из Польши, Болгарии, из Чехии и так далее, они прислали свои видеообращения, передали привет на своих родных языках. Все они произносили одну и ту же фразу. «Добрый день, дорогие друзья! Привет Армавиру из Польши! Привет Армавиру из Болгарии!» Этим ребятам очень понравилась идея объединить всех славян, славян всех государств. Единственная страна – это Словения. Просто у нас там не оказалось знакомых, и мы не могли, значит, оттуда заполучить привет. Я рассказала о славянской группе языков. Сама я филолог по образованию. Я закончила факультет русского языка и литературы. И остановилась подробно на мало кому известном лужицком языке, на котором говорят сербы, проживающие в Германии.
Вот. Студенты и гости также познакомились с недавно созданным, таким искусственно созданным межславянском языке. И поучаствовали в эксперименте. Они изображали на бумаге. Вот я раздала всем листы бумаги, карандаши, и люди зарисовывали, ну, как могли, художественные способности не оценивались, они зарисовывали то, отображали на бумаге то, что говорил ведущий на межславянском языке. Вот, и этот был, я взяла это видео в интернете, там тоже были три участника из различных славянских стран, и вот мы одновременно с ними рисовали, и в результате у всех получилось одно и то же. Таким образом, мы доказали, что славянские языки очень похожи между собой, потому что картинки были одинаковые. Ну, во второй части мероприятия звучали стихи и песни на украинском, белорусском, русском языках, звучала русская балалайка. Но опять-таки традиционно у нас уже закончилось мероприятие чаепитием с русскими пирогами. С огромным интересом в прошлом году активисты КИДа приняли участие в федеральном проекте «Мы вместе», направленном на формирование российской идентичности, воспитание культуры, межнационального общения, изучение истории и традиций народов России, и по результатам конкурса вышли в финал. Разумеется, обо всем не расскажешь, только в течение прошлого учебного года мы провели интерактивные экскурсии по Калмыкии, Чечне, Ингушетии, круглый стол на тему «Незаживающая рана», посвященный Дню памяти жертв геноцида армян с участием армянской общины. Вот, это, затем у нас был организован телемост «Кубань-Ямал». Вот так я приблизилась к вам, к теме вашей секции, нашей, вернее, секции, да, «Кубань-Ямал», на который пригласили мы учителя начальных классов общеобразовательной школы, образовательного центра Ямало-Ненецкого автономного округа, учителя начальных классов, Кандыгину Любовь Романовну, собирательницу фольклора народов Севера, очень интересного человека. Она рассказала кубанским студентам о национальных играх и праздниках народного Севера. Ее поддержали коллеги из этой школы. Они были в своих национальных костюмах, которые они изготовили своими руками. Они спели нам на хантыйском языке песню свою национальную. Мы проводили викторину, а они были членами жюри, оценивали, насколько правильно мы отвечаем на вопросы, касающиеся жизни народов Севера, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Ну и опять-таки попили чай с пирогами из северных ягод. Ну, в ответ по просьбе мы организовали уже в начале этого учебного года другой телемост «Кубань-Ямал» и уже теперь рассказали хантыйским школьникам и их учителям о традициях и праздниках кубанских казаков, пригласив для этого народный хор «Казачий край», которым руководит Яровикова Ирина Анатольевна, потрясающая фольклористка. Вот, и они помогли нам проиллюстрировать своими песнями и танцами уклад казачьей жизни. Конечно, мы, как и все, строим планы, они у нас грандиозные. И мы... Можно вот убрать? Конечно, мы... У нас будет встреча с немецкой культурной автономией на тему «История жизни немецкой слободки города Армавира», «Вечер памяти жертв Холокоста» совместно с еврейской общиной, литературно-музыкальный вечер «Слов драгоценные клады», посвященный Дню родного языка, поездка в уникальное село Урме Курганинского района Краснодарского края. Вот, в гостях у ассирийцев. Дело в том, что село Урме, и ассирийцы, такой малочисленный народ, их уже осталось не очень много, и они рассеялись по всему миру. И вот село Урме – это единственный населенный пункт, специально созданный для них еще по указу Владимира Ильича Ленина, куда ассирийцы могли селиться беспрепятственно после геноцида, который они испытали вместе с армянами на территории Турции. И вот это село находится рядом с нами, они поддерживают свою культуру, изучают свой язык, у них уникальный даже дом культуры, расписанный вот как старинные вот эти еще до нашей эры росписи, вот,
кстати, ассирийцы 1, 2 и 3 мая отмечают свой национальный праздник Хубба. Съезжаются со всего мира. Приезжают из Америки, Германии, Ливана, Пакистана, вот везде, где они проживают, и устраивают этот праздник. И вечер памяти планируем. Это нужно не мертвым, это надо не живым, приуроченный к Дню Победы, где представители различных национальностей расскажут о своих прадедах, участниках Великой Отечественной войны. Ну и заканчивая, хочу сказать, что такие мероприятия, на мой взгляд, являются важным звеном в системе воспитания и социализации молодежи и помогают через диалог языков и культур сформировать этнокультурное образовательное пространство. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Крайне интересный доклад, совершенно действительно необычный в южном контексте. Но я пока не могу дать слово к вопросам, просто потому что мы сильно выбились из регламента, но прошу написать вопрос в чате, у кого он есть, или комментарии. И также, уважаемые коллеги, кто еще не написал свои фамилии, имя, отчество, должность и место работы для регистрации, для протокола нашей секции, в чате, пожалуйста, напишите это. И что-то еще забыла. Давайте перейдем к следующему нашему докладу, и это будет Ирина Анатольевна Коробейникова, президент Томской региональной общественной организации «Союз коренных малочисленных народов Севера Томской области». И, пожалуйста, озвучьте название вашего доклада, потеряла перед глазами, нету. Спасибо большое. Проектная деятельность по сохранению языка и культуры нарымских селькупов. Важная работа по сохранению и популяризации языков и культур народов Российской Федерации заключается в вовлечении широкого круга населения в работу по совместной проектной деятельности. Большая работа в этом направлении проводится Томской региональной общественной организацией «Союз коренных малочисленных народов Северо-Томской области». Организуются конкурсы сочинений, рассказы, сказки, стихотворения на родном языке. Лучшие сочинения наши были опубликованы в книге «Нагрешпутонджи. Пишем сами». Лучшие рассказы и сказки были отправлены на литературный конкурс в город Санкт-Петербург. Итоги будут известны только в середине ноября. Но будем надеяться, что чьи-то наши селькупские переводы будут опубликованы в книге «Голос Севера». Привлекаются разные слои населения в кружковую работу. Мы располагаемся в областном доме искусств, там вышиваем, шьем национальные костюмы, изучаем селькупский язык, поем, проводим общие мероприятия организации, а также концертную деятельность в Доме искусств, массовые мероприятия, праздники с песнями, танцами, играми, инсценировками, по сказкам, мастер-классами, куда приглашаем не только представителей Томской городской общественной организации «Пекароль», «Пегарда», но и народов Севера Калпашевского, Каргасокского, Парабельского, Тигульдетского районов. Но особенно хочется подчеркнуть работу по созданию публикаций, которая пробуждает интерес к языку, культуре и побуждает жителей Томской области принимать участие в создании книжных изданий. Среди совместных проектов, которые привели к великолепному результату, хотелось бы назвать несколько книг, выпущенных в 2020-2021 годах, это во время пандемии. «Родное слово». Я наверное, покажу. Видно? Картинный селькупско-русский детский словарь. Это тоже был, он издан в 2021 году, и другие книги. «Секреты селькупской кухни», «День Победы на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». В этом сборнике опубликованы песни военных лет. И песня «День Победы» опубликована на иванкинском и на рымском диалекте. Эта книга у нас используется на культурно-массовых мероприятиях с применением родного языка в кружках или секциях. Селькупско-русский детский картинный словарь рассчитан на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Задача публикации – пробудить интерес к изучению селькупского языка.
Словарь готовился к изданию в совместной работе с учениками школ северных районов Томской области, которые участвовали в оформлении иллюстраций словаря. Конкурс рисунков проводила Томская региональная общественная организация «Союз коренных малочисленных народов Севера Томской области». И все мечтали о книге, которая поможет сохранить иркутский язык в Томской области. Детские рисунки легли в основу тематики словаря. В словаре представлено 13 лексических тем, включающих в себя не только слова, но и краткие диалоги на русском и иркутском языках. Темы касаются семьи, повседневной жизни людей, их деятельности, природы, времен года, домашних и диких животных, птиц, рыб, насекомых и так далее. Авторы картинного серпубско-русского словаря с детства и до сегодняшнего дня берегут живую серпубскую речь наших предков и стараются сохранить в своей работе и публикациях родной язык в письменной форме. Словарь вышел на двух диалектах – на нарымском и иванкинском. На иванкинском диалекте переводила Ижнбина Наталья Платоновна, а на нарымский – я. По этой книге «Картинный серпубский словарь» и по пособию «Родное слово», которое написала в 2020 году, проходят занятия кружка по изучению серпубского языка. Это пособие включает грамматический очерк, серпубско-русский разговорник, приложение с пословицами, поговорками, песнями и напевами, загадками, серпубским календарем, дидактическими играми. Пособие подготовлено лабораторией языков народов Сибири Томского педуниверситета под редакцией Сергея Васильевича Ковылина, Натальи Владимировны Поляковой, Андрея Юрьевича Фильченко. Пособие предназначено для занятий в кружках по изучению родного языка и рассчитано на детей и взрослых, представителей коренных малочисленных народов Севера, которые желают самостоятельно или в кружке под руководством педагога овладеть языком своих предков. Пособие снабжено диском, на который я наговорила все темы сборника. Включают диск преподаватели и изучают тему очередного занятия. В Парабеле живет старейшая серпубка рода Макшиных, Тача Фрокина. Она вместе с председателем Парабельской районной общественной организации «Колдолкуб», «Обской человек», Мариной Вячеславной Земцовой ведут для детей и взрослых уроки в этнокультурном центре при отделе культуры администрации Парабельского района один раз в неделю по субботам. Еще одна книга «Секреты серпубской кухни» вышла прямо вот, ну, скажем, на днях вышла, недавно вышла, в общем, она новая. Она представляет собой сборник рецептов традиционной кухни нарымских серпубов. Здесь переведено на серпубский язык 86 рецептов из рыбы, мяса, дичи. Цель издания – познакомить читателей с особенностями питания и приготовления оригинальных блюд, составляющих основу пищевого рациона серпубов. В основу книги легли рецепты, присланные как самими серпубами, носителями традиционной культуры, так и рецепты, собранные учеными в разное время экспедиций в места проживания коренного населения. Учеными задумано собрать и издать целый цикл народных рецептов кухни народов Севера Нарымского Приобья на хантыйском, мансийском, эвенкийском, чулымском языках с переводом на родные языки, а возможно и на английский язык тоже. Книгами, которые я написала ранее, рассказы и сказки серпубки Ирины, первая и вторая книга, «Обские напевы нарымских серпубов», сказка «Ити и его тетя жили в заливе Карасевого озера». Для подготовки к мероприятиям мы пользуемся до сих пор. Мы выпускаем информационный вестник, в котором тоже помещаем сказки, рассказы, календарь,
и другие материалы с целью изучения родного языка. А недавно появился сайт нашей Томской региональной общественной организации, где тоже мы выставляем наши книги, любую информацию, и можно ознакомиться с этой информацией на нашем сайте. Рецензентами и соавторами при работе над подобными публикациями всегда становятся сотрудники Томского государственного педагогического университета, наши постоянные партнеры в проведении мероприятий различных уровней. Спасибо. Большое спасибо, Ирина Анатольевна. У нас Ирина Анатольевна предупреждала, что, возможно, она... Ну так, разгонит, то что придется ее останавливать, но на самом деле... Я очень-очень сократила. Прямо сейчас сидела. Емко, да, да, конечно, представила огромный масштаб деятельности, который она ведет буквально круглосуточно, мало отдыхая и совершенно мало, как сказать, погружаясь в сон. А давайте... Нет, уходи, говори. Так, у нас вопрос Ольга Кострова поднимает руку. Далее, может быть, еще пару вопросов. Пожалуйста. Еще раз здравствуйте, хоть я и выступала. Я хотела бы добавить маленький комментарий. Ирина Анатольевна, я являюсь также членом Союза КМНС Томской области, где Ирина Анатольевна является президентом. Я хочу сказать, что это просто лично для меня большой пример, как необходимо вести общественную работу, как необходимо поддерживать, продвигать свой язык, свою культуру. Я просто вдохновляюсь от Ирины Анатольевны, и для меня это... Это, конечно же, человек с большой буквы. Она всячески пытается и нас, чулымцев, в том числе активизировать, и селькупов, и хантов, всех, то есть для того, чтобы все интересовались и развивали свой, ну, продвигали, популяризировали свою культуру, свой язык. И, то есть, столько много делается руками Ирины Анатольевны, что просто это, вот правда, не вместить в 10-минутное выступление. Я хотела бы еще сказать, что, конечно, бы хотелось больше внимания и поддержки со стороны, так скажем, властей, именно Союза КМНС Томской области, потому что именно этот человек, Ирина Анатольевна, делает большую работу по продвижению, так скажем, для сохранения селькупской культуры и других этносов на территории Томской области. Спасибо большое. Благодарю, Ольга. И у нас еще есть вопрос или комментарий от Андрея Сомова, также представителя селькупского народа. Пожалуйста. Что-то не получилось, видимо. Надо включить. Микрофон, наверное, или вообще сейчас я его не вижу в участниках, может быть, что-то случилось и вышел никак. Хорошо. Коллеги, есть ли еще вопросы или комментарии? Да, прошу не забывать писать ваши, если вы еще не написали, имя, фамилию, должность, организацию. И также докладчикам просьба, наверное, вот это хотела сказать, забыла, написать вашу хотя бы электронную почту в общий чат для того, чтобы, да, может быть, еще какие будут вопросы, и мы могли или с вами связаться, или вы с нами, я тоже напишу свою электронную почту. Вот. И хотелось бы последнее отметить по поводу того, о чем говорила Ирина Анатольевна. Вот тема кухни, национальной кухни, она не столь... развита, да, и сейчас вот в селькупской культуре к этому, так сказать, вернулись и активизировались, и у нас тоже был опыт вот с Денисом Михайловичем Токмашевым, когда наш видеокурс по двуязычию русско-татарскому совместно с другими коллегами имел вот тоже очень популярный блок, когда изучение языка шло через кухню, через приготовление блюд и комментирование на национальных языках. То есть у этой темы есть огромный потенциал. Вы сейчас собрали книгу рецептов, а представьте, вот создать свой, скажем, канал, видеоблог, и вы сможете эти все рецепты, возможно, приготовить, да еще и озвучить, еще и прокомментировать, а далее
употребить и так же самое озвучить ваши впечатления, ну, может быть, и ваших гостей тоже. То есть Ирина Анатольевна и ее коллеги на самом деле находят всегда очень интересные, не просто, да, какие-то темы, там, сказки, простые, так сказать, просто сказки, но действительно те, которые отражают культуру, которые еще не были записаны. И вот книга рецептов – это на самом деле такой ноу-хау в Томской области. Итак, Артем, у вас, я смотрю, есть комментарии или вопросы? Да, я на самом деле хочу к вам присоединиться по поводу кухни и видео, потому что все-таки текстовый формат, как бы сейчас, ну, такие тенденции, к сожалению, что люди мало читают, а вот с телефоном в интернете сидят очень многие. И как раз у удмуртов есть очень интересная программа, она сделана как вроде бы с Макс Макаревичем, только, естественно, на удмуртском языке. Они приглашают разных гостей, обсуждают рецепты по-удмуртски и заодно с гостями беседуют. То есть это такой два в одном и с субтитрами, то есть можно учить язык и заодно интересная информация. Мне кажется, это очень перспективный прям формат. Спасибо большое. Вот, Ирина Анатольевна, да, новая идея для воплощения. Большое спасибо. Ну, мы вынуждены уже перейти к нашему последнему докладу. Не сочтите за, так сказать, собственный личный интерес. Это доклад со мной в соавторстве. Но предоставляю слово моему содокладчику, для начала, это Елена Александровна Крюкова, заведующая кафедрой языков народов Сибири Института иностранных языков и международного сотрудничества Томского государственного педагогического университета. Наша тема звучит, вот она уже на экране. Научная школа Андрея Петровича Дурзона, Томский государственный педагогический университет. Это современный центр консолидации инициатив по сохранению, развитию и популяризации языков и культуры народов Сибири. Елена Александровна, вам слово. Не слышно пока. Микрофон. Я включу звук. Да, вот теперь да, слышно. Да, потому что сразу не включила. Я хотела бы поблагодарить организаторов данной конференции, которые предоставили нам еще одну площадку для общения с коллегами со всех просторов нашей большой Родины. И у нас тоже недавно в сентябре прошло большое мероприятие «Дурзоновские чтения», традиционная конференция. И вот как раз был тоже онлайн-формат и формат присутствующих участников. И, к сожалению, мы не очень много внимания смогли посвятить именно теме сохранения, развития и популяризации языков. Вот. И вот эта вот площадка, она пришлась как нельзя кстати для того, чтобы нам поговорить и на эту очень важную тему, которая, в частности, продвигается кафедрой языков народов Сибири, и которая заложена, в общем-то, традиционно нашей лингвистической школы с самого начала ее основания. И вот хотелось бы начать с того, чтобы немножечко осветить проблемы, которые исследуются на нашей кафедре в научном плане, вот, и также не только историю затронуть, но и современность, но и, безусловно, поговорить о реабилитации языков. Я вот буквально тезисно пройдусь по всем вопросам, потому что вот мне хочется в такое короткое время вот донести до участников нашего такого интересного собрания вот такую мысль, что вот как раз такая удачная консолидация интересов научного сообщества и языковых сообществ, она, в общем-то, дает вот такие очень положительные плоды, потому что вот начиная с 90-х годов 20-го столетия мы, наши предшественники, и потом мы уже, так, поколение, новое поколение 20, нашего века, сотрудничаем с коренным населением. И
Также вот особенно активизировались наши связи в проведении совместных мероприятий. Это вот в 2017-2019 году у нас, наверное, порядка 20 мероприятий совместных прошло с Союзом КНВНС Томской области, вот где руководителем является Ирина Анатольевна. И все это дало вот такой положительную динамику. То есть сейчас вот я не побоюсь этого слова, и вот присутствующие коллеги из Томской области не дадут мне слукавить, что, в общем-то, коренные народы Томской области, в частности, селькупская культура, чулымская культура, хантыйская культура, они являются, вот, ну, скажем так, своеобразным трендом нашего региона. И вот сейчас приглашаются наши партнеры, наши селькупы, чулымцы на различные мероприятия, различных уровней. Вот Елена Вениаминовна здесь вначале приветствовала всех участников, и она как раз проводила, являлась одним из организаторов конкурса юных экскурсоводов, который приходил в Томской области. Наши коренные народы самое активное участие принимали в этом. Буквально недавно также Союз КМНС Томской области выступал с концертной программой на симпозиуме микрохирургов. То есть, ну вот, в общем-то, одной из целей популяризации мы, в принципе, достигли. Ну, конечно, у нас есть свои трудности. Это вот как раз по реабилитации языка. Это, ну, гораздо такая очень сложная тема. И я надеюсь, что вот постепенно мы и к этой реализации этой проблемы мы тоже придем. Ну вот хотелось бы несколько слов сказать об основателе нашей школы Андрея Петровича Дульзона. Дульзоне. Дело в том, что это был такой человек-энциклопедия. Он, его взгляды были, его познания были очень широки. То есть он сформировал такую комплексную программу по изучению коренных народов в Сибири с привлечением различного материала и исторического, и этнографического, и археологического, и лингвистического. И мы, конечно же, сейчас тоже стараемся поддерживать эту междисциплинарность и, кроме того, вот еще берем, также сотрудничаем с генетиками. Ну вот то, что нам оставил Андрей Петрович, это вот полевые записи томов. Вот на слайде можно видеть, какие тома, как они выглядят и что, в каком количестве они присутствуют. Также у нас вот рукописная картотека. То есть это вот тот неоценимый вклад, который оставили нам наши предшественники Андрей Петрович и его ученики. С этим материалом вот мы как раз работаем. Вот, пожалуйста, тоже топографические карты, у нас есть картотека по топонимам Сибири тоже. Конечно же, есть у нас и аудиозаписи старые, вот они оцифрованы уже на магнитных лентах, и у нас есть своя специализированная научная литература, которая собрана вот как раз на нашей кафедре. Вот в настоящее время у нас тоже вот проводятся различные проекты по изучению языков и культур. И я долго останавливаться на этом не буду, а во время того, как мой содокладчик будет выступать, я вот скину вам материалы, которые есть у нас в интернете по нашей кафедре, по нашим направлениям. И вот Андрей Петрович при своей жизни, вот он организовал около 90 экспедиций. И вот с конца 20 века по настоящее время тоже уже мои коллеги, наши аспиранты, тоже уже провели более 50 комплексных экспедиций. Мы, конечно же, все документируем, и сейчас мы используем новые форматы, мы пользуемся лингвистическими программами по составлению вот
по фиксации полевых данных. И тоже у нас много публикаций. Вот интересные публикации – это сборник аннотированных фольклорных текстов. То есть там мы представляем, уже и иногда переиздаем тексты, иногда новые тексты уже в современной морфологической транскрипции. Но на самом деле это для широкого пользователя данные сборники созданы. А также вот на материале архива уже существует множество словарей, в том числе по селькупскому, по кетскому языку. И у нас при кафедре и в Томском педагогическом университете есть свой журнал. И если вы хотите свои... Это очень хорошая площадка для публикации как раз вот материалов по нашей тематике, не только лингвистической, но и этнолингвистика, фольклор, то есть здесь мы все публикуем. Ну вот уже я много времени заняла, мне хотелось бы, чтобы и мой содокладчик тоже выступила. Вот, поэтому я передаю слово Валерии Михайловне. Спасибо большое, хотя мне следовало, наверное, вернуться на несколько слайдов назад, с того момента, где Елена Александровна закончила. То есть наша кафедра проводит не только научные конференции, как вот уже традиционную конференцию «Бельзонские чтения». В этом году большой международный конгресс или конференцию по самодистике проводили мы. Это та конференция, которая не в разных местах проводится раз в 2 года. Но мы также и стараемся, несмотря на то, что это не является нашей профильной деятельностью, и на это совершенно не выделяется никаких средств, работать над тем, чтобы популяризировать, ну и в какой-то степени даже, возможно, работать над ревитализацией языков и культуры наших коренных народов Сибири. В 90-е годы активно проходили некие курсы или семинары по повышению квалификации учителей родного языка, прежде всего по кетскому и селькупскому, издавались пособия. Но сейчас в основном мы работаем над изданием текстов, о чем уже Елена Александровна сказала. И вот новое направление, которое мы попробовали в прошлом году благодаря совместному проекту с Цигулдетским районом Томской области, это онлайн-обучение бесписьменному исчезающему чулымскому языку. Об этом чуть позже скажу. Мы всегда поддерживаем всячески наши некоммерческие организации народов Сибири в их грантовых заявках, каких-то инициативах, проведениях мероприятий, таких как День говоря, День родного языка. Ну и в одно время то, о чем говорила Ирина Анатольевна Коробейникова буквально пару минут назад, на базе нашей кафедры проходили встречи, которые были направлены на развитие декоративно-прикладного творчества наших народов. Мы также активно стараемся взаимодействовать со СМИ и сейчас развиваем свой YouTube-канал, где пытаемся также донести все, что у нас наработано, и текущие проекты озвучить. Но, конечно, это все не сразу происходит. Итак, вот здесь буквально иллюстрация того, что было у нас в бытность развития. Повышение квалификации учителей школ с преподаванием национальных языков – это было как в Красноярском крае, так и в Томской области. Взаимодействие с нашими народами, о чем уже было сказано. И онлайн-обучение. Проект, который имеет свою страницу на адресе Цигулдетской районной централизованной библиотечной системы при отделе краеведения, был подан небольшой проект на грант. Такое долго объяснять, что это был, так сказать, под грант большого гранта в Томской области. И благодаря этому совместно были реализованы 13 занятий. 12 из них прошли онлайн раз в 2 недели. Это был, в принципе, первый опыт преподавания чулымского языка, как любого статуса родного, неродного, иностранного, потому что все чулымцы говорят по-русски, но далеко не все чулымцы даже помнят свой родной этнический язык. Наши ресурсы, которые были собраны, они сейчас доступны в интернете, но о чем уже, в принципе, справедливо наши коллеги замечали нам,
они не систематизированы и не помещены на какой-то один ресурс. Они довольно разрозненно располагаются как на Яндекс.Диске, как на облаке Mail.ru, частично даже на канале YouTube, ну и в Google Диске. Все это как-то вот необходимо, безусловно, собрать. Наша кафедра выступает партнером разных проектов. Вот, например, Русская Православная Церковь выступила с инициативой издать Евангелие на чулымском языке. И первая книга на чулымском для чулымцев, собственно, была Евангелие от Марка на тибурдетском варианте чулымского языка, изданная в 2019 году. Мы помогали в качестве записи и редакции текста. Также вот в этом году, наконец, выпущена кульминация 14-летнего труда по фиксации именно с информантом, записей, точнее не записи, а документации чулымского языка Красноярского края. Это словарь и образцы текстов с морфологической разметкой с переводом на русский язык. Тот самый проект, о котором я уже говорила, какие-то образцы грамматики и словаря представлены, но еще не до конца отредактированы онлайн. Ну и, соответственно, наша просветительская деятельность – это и статьи вот на проекте «Малые языки России», Института языкознания Российской академии наук, на проекте «Постнаука» Денис Михайлович написал статью про тюркский язык. Мы проводили открытые лекции, мы давали интервью для зарубежных блогеров, которые интересуются различными народами, проживающими на территории России. Мы давали интервью, причем на двух языках, на русском и английском. Также взаимодействуем со СМИ, не только со СМИ нашего родного педагогического университета, но и с разными региональными и даже федеральными, как печатными, электронными сейчас, так и вот видеоресурсами или телеканалами. В принципе, когда возникает какая-либо тема по языкам народов России, по языкам народов Сибири, конечно же, мы первая организация, которые обращаются за комментариями, за какими-либо, в принципе, дополнениями. Ну и, в принципе, наш доклад очень обзорно закончен. Благодарю вас за внимание. Если у вас, конечно же, есть вопросы, мы с удовольствием прокомментируем, либо позже перетечем в обсуждение на круглом столе. Благодарю за внимание. Ну и сама, конечно же, да, дальше предлагаю задать доклад участникам вопросы, у кого они есть. Артем уже по традиции поднял руку. Может быть, на самом деле очень коротко. Я лично, давайте все-таки говорить, что они под угрозой, потому что исчезающие, это как бы намекает на то, что они должны исчезнуть, а мне кажется, они не должны исчезнуть. Спасибо. Конечно, да, же, мы должны мыслить позитивно. Да, Елена Александровна, пожалуйста. Я еще хотела бы прокомментировать, что вот уже неоднократно говорили участники нашей конференции, что, конечно, сейчас мало кто читает, но тем не менее вот ресурсы, которые есть в интернете, я вот скинула в чат, а еще у нас есть сейчас у кафедры вот свой канал на YouTube, где размещены, в частности, материалы вот нашей последней конференции «Дульзоновские чтения», где размещены наши лекции общеобразовательные по языкам народов Сибири прошлого года, посвященные Дню науки. И, то есть, пожалуйста, то есть мы открыты и предоставляем вот все свои данные, которые у нас есть. И мы также планируем вот заседание сегодняшнее наше тоже в записи разместить. Ну вот мы, конечно же, спросим всех авторов, согласны ли они, чтобы их видео было выложено, и тоже разместим на нашем канале. Большое спасибо всем за внимание. Спасибо. И вроде бы Надежда, простите, могу ошибиться, Надежда Юповна Вануйто поднимала руку. Нет? Возможно, случайно было. Так. Ольга Кострова, у вас есть комментарий? Или вопрос? У меня короткий комментарий.
Одну секунду. Да, у меня короткий комментарий. Снова же я со словами благодарности и с темой важности такого плотного взаимодействия общественных организаций именно с образовательными учреждениями, потому что у нас, как у общественной организации, мы участвуем во многих фестивалях, конкурсах, и лично вот я, как представитель чулымцев, чулымка, мы участвуем, например, в фестивале, за последний год несколько раз в фестивалях, которые проходили в городе Новосибирске, мы там представляли, ну, свою культуру и какие-то, ну, за любым материалом мы обращаемся к Валерии Михайловне Лемской, вот, непосредственно, так скажем, кто является, наверное, на данный момент больше знаний по чулымской культуре и языку, чем непосредственно мы, чулымцы. И поэтому замечательно, что хоть что-то где-то сохранилось, ну, я имею в виду информация, и мы можем этой информацией пользоваться, обращаться и, ну, и обращаться за помощью ее получать. Вот, спасибо большое. Спасибо большое. И мы уже подметили как-то на наших мероприятиях, что несколько десятилетий, полвека или даже больше, вот наша научная школа собирала, фиксировала, так сказать, брала у наших народов материал, данные по истории, языку, культуре. А теперь вот пришло время отдавать. И мы с удовольствием, когда можем, отдаем все, что мы знаем, обратно народу или общественности. Но другое дело, вот опять же, о механизмах реализации, о чем будет тема нашего круглого стола, не всегда это получается либо сделать, либо вот как-то актуализировать. Благодарю за внимание, уважаемые участники нашей секции. Мы можем констатировать тем, что секция прошла успешно. Вот. Благодарю докладчиков. И...